Друзья, я рад приветствовать всех собравшихся. Давайте потихоньку начинать. Огромная просьба, напишите в чате, из какого вы города. И так мы с Денисом поймем, что вы нас слышите и видите. Напишите, пожалуйста, из какого вы города. Вижу первые комментарии. Барнаул, Херсон. Отлично, значит, слышно. С вами на связи Никита Королев и руководитель проекта «Киберсант», партнерка Денис Абросимов. Денис. Друзья, всем привет. Отлично. Меня слышно? Слышно тебя отлично. Я вижу первый комментарий в чате, значит, мы можем начинать. Итак, сегодня 3 апреля, мы проводим вторую онлайн-встречу в рамках нашего проекта «Киберсант», партнерка «Резапуск». И перед тем, как начать, у меня есть огромная просьба ко всем собравшимся, нас уже почти 100 человек. Давайте сделаем так. Поставьте, пожалуйста, в чате цифру 7 те из вас, кто присутствует здесь впервые. То есть те из вас, кто не был на предыдущей трансляции, кто не смотрел ее в записи, кто не до конца понимает, куда он попал. Вот поставьте цифру 7. А те, кто были на первой трансляции или видели ее в записи, цифру 10. Это нам нужно для того, чтобы мы поняли, какой контент вам давать, насколько имеет смысл повторять то, что мы уже говорили. Да, я вижу ваши комментарии в чате. Пожалуйста, пишите все, мы следим за этим. Цифра 7 для тех, кто видит нас впервые, цифра 10 для тех, кто уже понимает, кто мы, что мы и зачем мы здесь собрались. Ну, десяток, подавляющее большинство, это приятно радует, но мы видели семерки, поэтому на ключевых моментах остановимся поподробнее. Но причем все-таки... причем семерки реагируют быстрее. Да, это радует, конечно. Друзья, обязательно, если вас проект наш заинтересует, посмотрите первую запись, она есть в группе, она есть в рекламных материалах, там мы дали вводную базовую информацию, это было 18 апреля, то есть 18 марта, то есть 2 недели назад. Сегодня, повторюсь, вторая встреча в рамках нашего проекта «Киберсант. Партнерка. Резапуск». Мы сегодня дадим старт второму этапу. Да, вот как раз слайд. Сегодня мы дадим старт второму этапу и подведем некие предварительные итоги этапа первого. Что я хотел сказать в самом начале? Вот как раз для тех, кто поставил цифру 7, для тех, кто не до конца понимает, что здесь происходит, я еще раз хочу проговорить цель, которую мы с вами поставили в марте, когда мы дали старт всему этому проекту. Цель, которую мы вам предлагаем, это 100 тысяч рублей комиссионных этой весной, то есть за апрель и май. Мы даем конкретные пошаговые действия, как этой цели достичь, даем инструменты, даем, я надеюсь, энергетику и мотивацию, я надеюсь, вы это чувствуете. Вот. И я предлагаю каждому, кто поставил семерку и пока еще не ставил себе такой цели, сегодня внимательно изучить информацию, которую мы дадим, поучаствовать в проекте и заработать минимум 100 тысяч рублей. Это не потолочная цифра, это не значит, что больше этой суммы невозможно заработать, это, скажем так, средняя температура по больнице, то есть та цифра, которую по нашим расчетам может достичь каждый активный участник нашего проекта. Движемся дальше. У нас в самом начале трансляции запланировано представление ведущих, но видя количество десяток, я думаю, что большинство уже помнят и знают, кто такой Никита Королев, ваш покорный слуга, руководитель издательства «Инфо-ДВД», и Денис Абросимов, руководитель проекта, собственно говоря, душа, идейный вдохновитель «Киберсант-партнерки», человек, благодаря которому это все стало возможно. Вот на слайде вы можете прочитать небольшое такое полушуточное описание наших ролей. Сегодня Денис будет больше солировать, сегодня, по сути, он будет проводить трансляцию, я буду, что называется, на подхвате, то есть буду разжевывать те моменты, которые вы не с первого раза поймете, и, конечно же, следить за чатом. Поэтому, пожалуйста, ведите себя в чате культурно, но при этом не стесняйтесь задавать вопросов по существу. Если что-то вы не поняли, что-то вы не расслышали, какой-то момент требует уточнений или пояснений, обязательно об этом пишите в чате. Собственно говоря, моя роль на сегодняшней трансляции – это следить за тем, чтобы никто из вас, из тех, кто хочет принять участие в проекте или уже принимает участие и имеет вопрос по существу, не ушел без ответа. Честно говоря, мы не планировали, что так много человек придет на онлайн-мероприятие, мы все-таки его ограниченно рекламировали, буквально вчера дали анонс, поэтому если вдруг обстоятельства сложатся так, что ваш вопрос затеряется или мы просто не успеем на него ответить, обязательно пишите в группу, обязательно пишите в службу поддержки, в личные сообщения мне или Денису, без ответа вы не останетесь, мы заинтересованы в вашем успехе. Что ж, я думаю, что прелюдию можно считать завершенной.
мы переходим непосредственно к теме сегодняшнего мероприятия, и я передаю микрофон Денису. Угу. Друзья, ну давайте без всяких раскачек сразу перейдем к делу. Итак, о чем вообще у нас идет речь и что за продукт мы запускаем? Особенно для тех, кто еще не в курсе, кто сегодня присутствует в первый раз, мы анонсируем версию легендарного продукта Киберсант Инвестор. Киберсант Инвестор – это инфопродукт, с которого начиналась история издательства InfoDVD. Вот я хочу, чтобы сейчас поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Есть ли здесь такие люди, кто приобретал самую первую версию Киберсант Инвестора? Есть ли такие, кто касался? Никита, да, да, я тоже поставлю. Как минимум один есть. Один есть, Георгий, отлично. Что-то Денис вяло на тебя, аудитория реагирует, давай поэнергичнее. Ребят, слышно Дениса вообще, видно? Чего вы так... Или вы все взялись за конспекты? Ну, наверное, все-таки... Да, минус. Ну, у нас присутствует только Георгий, человек, который покупал первую версию Киберсант Инвестора. Ну, тем не менее, это все-таки было давно, да. Наверное, аудитория у нас сейчас более молодая, и не каждый знает, что это такое. Поэтому давайте не... Давай так. Ребята, поставьте три плюсика, кто слышал про Киберсант Инвестор. Вот такой инфопродукт, как Киберсант Инвестор Анатолия Белоусова. Кто слышал вообще про него? Вот вижу три плюса. Вот. Видишь? Главное правильно задать вопрос. Это действительно был прогремевший продукт. Там, по-моему, дальше, Денис, будут цифры, да, про него. Сколько мы выплатили, сколько мы продали. Да, спасибо, ребята. Да, что касается истории. Первый продукт Киберсант Инвестор был выпущен в 2008 году. Он был выпущен Анатолием Белоусовым еще до создания издательства InfoDVD. И позднее уже с Никитой Королевым, объединившись вместе и создав издательство InfoDVD, произошел перезапуск первого Киберсант Инвестора и, собственно, вышла первая официальная версия этого курса. Так вот, курс продавался, если я не ошибаюсь, Никита, 6 лет, да? Я микрофон у себя отключаю, чтобы не мешать. Ну, что-то типа того, я думаю, это не принципиально. Да. Около 6 лет. Да, и всего за это время было, как написано на слайде, продано 7830 копий. Причем это только в издательстве InfoDVD. Насколько я знаю, Анатолий Белоусов еще порядка 2000 копий продал еще до этого. Короче, много. Да, и что самое интересное, это был первый именно партнерский продукт издательства InfoDVD. И не только издательство, это был один из первых партнерских продуктов вообще в Рунете. И всего за существование этого инфопродукта партнеры получили почти 5 миллионов рублей комиссионных. Вот. Только прямых, только на продажах самого инвестора. Да, да, только на продажах самого инвестора. И... Сейчас, в 2017 году, мы наконец-то пришли к той самой точке, что мы готовы анонсировать новую версию, продолжение этого легендарного продукта. Шли мы к этому давно. Готовилась новая версия в Киберсант Инвестор 2.0 практически 2 года. В издательство приходило очень много писем от покупателей, от наших партнеров, почему вы свернули такой классный, полезный проект. И идея этого нового, идея перезагрузить Киберсант Инвестор, она теплилась уже давно. Но, как мы понимали, для этого нужен был подходящий автор, для этого нужен был полноценный тренинг. Мы просто не имели права ударить в грязь лицом, да, после такой истории самой первой версии. Хочу обратить также внимание, что из 7830 копий проданных курса не было ни единого отрицательного отзыва. Зато положительных 1000. Вы можете прямо сейчас набрать в интернете Киберсант Инвестор отзывы. Вы увидите их сотни по всему интернету. На одном инфофоруме только их около сотни. И идем дальше. И что касается новой версии Киберсант Инвестор. Что мы сюда добавили? То есть, во-первых, мы сделали ее живым онлайн-тренингом. Смысл был в чем? Что предыдущая версия Киберсант Инвестора – это был курс на DVD-диске.
Сейчас мы понимаем, что новые тенденции инфобизнеса. Мало того, мы должны дать людям именно практический результат. В этом цель обучающего продукта. И чтобы реально довести людей до результата, есть единственный действительный формат, который может это обеспечить, это формат онлайн-тренинга. Новый тренинг «Киберсант Инвестор» будет включать домашнее задание и обратную связь от тренера. Мы будем мотивировать учеников на практическую работу. По сути, мы будем делать все, чтобы они получили результат и действительно остались довольны. К чему я это все рассказываю? Моя цель сейчас не продать вам, конечно, этот курс, да, но чтобы вы, как партнеры, поняли, что вы продаете действительно уникальный продукт. И ваши покупатели, которых вы приведете, они будут вам впоследствии действительно благодарны за то, что вы дали им возможность поучаствовать в таком тренинге. Вкратце расскажу вам, что будет непосредственно в самом тренинге, внутри, чтобы вы понимали, что рекламировать и что предлагать своим покупателям. Во-первых, это личное финансовое планирование. Это будет первое занятие, оно будет как в бесплатной версии, так и в платной версии тренинга, уже более расширенное. И конкретно на практике Алексей Федоров, автор тренинга, покажет, как с помощью личного финансового плана, по сути, человек может достигать практически любых финансовых целей. Мало того, он покажет это на своем примере, потому что, по сути, Алексей, автор тренинга, он сейчас живет в Испании, он купил там свой дом, и, по сути, всего... чего он добился сейчас, он добился, по его словам, именно благодаря личному финансовому плану. Не благодаря тому, что он удачен в бизнесе, что он где-то много зарабатывал. Это человек, который скрупулезно шел к своему успеху мелкими шагами. И, по сути, все это он может сейчас донести до учеников. В тренинге будут рассмотрены всевозможные инструменты инвестиций, начиная от акций, пифов, золота и кончая такими, так сказать, эксклюзивными инструментами инвестирования, как аукционы банкротств и так далее. Будут даны конкретные методики, конкретные стратегии по оценке активов, в том числе математика управления капиталом, математические формулы. Все это будет даваться. Даваться будет с одной единственной целью, чтобы человек после того, как он составил свой личный финансовый план и научился управлять своими личными финансами, чтобы он мог составлять диверсифицированный инвестиционный портфель, который реально на практике будет приносить пассивный доход. И основная цель тренинга, чтобы уже к концу тренинга ученики получили свой первый настоящий пассивный доход от работы своих денег. Также хочу добавить, будет очень интересный мастер-класс в составе тренинга от Ларисы Федоровой. Лариса Федорова – это жена Алексея Федорова. Она имеет кандидатскую диссертацию по теме преемственности в бизнесе и воспитании наследников. И она проведет мастер-класс «Как вырастить ребенка-миллионера», «Как передать ребенку навыки управления личными финансами» и «Как ребенка с детства учить инвестированию». И как в 20-летнем возрасте сделать человека уже миллионером. Что ж, я думаю, о тренинге все понятно. Я тут потихонечку участвую в этих в чат-переписках, так интересно и приятно, когда такая отзывчивая аудитория. Нас тем временем уже собралось более 120 человек. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто пришел. Позволю себе вкратце резюмировать мысль Дениса. Он правильно, только не своевременно сказал, что наша цель не вам продать Киберсант Инвестора. Наша цель, имеется в виду новую версию, рассказать вам про этот продукт, чтобы вы понимали, как его продвигать, кто его целевая аудитория, на какие выгоды давить. И я еще раз хочу подчеркнуть вот те мысли ключевые, на мой взгляд, которые Денис озвучил. Во-первых, мы делаем, да, новый запуск, но мы делаем его на фундаменте самого успешного партнерского продукта в истории InfoDVD. То есть те из вас, кто сомневается насчет того, может ли данная тема быть востребована, найдется ли достаточное количество аудитории в интернете, чтобы купить курс, какой-то курс по инвестированию, можете успокоиться, мы все это продумали за вас. И лучшим тестированием был
Первый – Киберсант-инвестор. Вторая мысль, которую хочу обратить внимание, то, что это не какой-то курс-подделка, не какая-то пустышка, не фальшивка. Это курс от реального специалиста. Для того, чтобы договориться с этим специалистом, нам пришлось приложить немало усилий. Я здесь в чате скидывал ссылку. Кто пропустил, можете на главном сайте InfoDVD в новостях найти. Есть видео-история самого автора, какой путь жизненный он прошел, чего сумел добиться благодаря инвестированию. Ну и хочу вам также сказать, что новая версия Киберсант-инвестора, естественно, одобрена Анатолием Белоусовым, автором оригинального Киберсант-инвестора. Поэтому, продвигая данный продукт, участвуя в данном запуске, вы можете быть уверены, что своей аудитории вы рекомендуете качественный, полноценный, полезный продукт. Но мы движемся дальше. И что у нас дальше по плану? Давай мы ответим. Вот Сергей Усов тут пишет вопрос. Есть вопрос, почему на предложение сотрудничества откликаются многие, но когда предлагаешь партнерку, отказ. Сергей, если честно, не очень понятен ваш вопрос. Можете переформулировать, и чуть дальше мы на него ответим. Никита, обрати внимание, мы не ставили целью продавать этот тренинг нашим партнерам, но тем не менее уже два человека хотят его купить. Отлично. Это супер. На самом деле, если у вас есть такое желание, то вы можете на партнерской программе заработать столько денег, что не только этот курс себе позволите, но еще и на хлебушек с маслом останется. Да. То есть, ну, это замечательно. Это действительно продукт, в который мы вложили душу, и который мы... Это не рядовой какой-то продукт, и это не продукт на узкую аудиторию. Мы действительно долго готовили данный онлайн-тренинг, приложили все усилия и продолжаем прикладывать, чтобы он прошел, что называется, без сучка и задоринки. И это хорошо, что такая реакция аудитории. Отлично, идем дальше. И давайте рассмотрим с вами этапы запуска, как происходит запуск у нас данного тренинга. Итак, первый этап мы объявляли 18 марта. Первый этап у нас заключается в привлечении партнеров второго уровня. Для этого у вас в аккаунте партнеров есть страничка, которая называется «Рекламные материалы для Киберсант-партнерки». Там есть все рекламные материалы, там есть лендинги для привлечения партнеров второго уровня. И напоминаю, что с продаж партнеров второго уровня вы зарабатываете 20% от их заработка. Идем дальше. Следующий этап, второй, который мы сегодня запускаем, он у нас продлится весь апрель, он продлится и дальше. Это привлечение подписчиков на запуск. Чуть дальше мы подробно вам расскажем на трансляции все подробнее о втором этапе, как привлекать подписчиков, куда привлекать. Сейчас мы пока вкратце просто пробежимся по самим этапам. Далее. В конце апреля, в начале мая у нас стартует третий этап. Мы откроем активные продажи на сам тренинг. Именно на живую версию тренинга, чтобы человек смог участвовать в живых занятиях, получить мотивационные пинки, ответы на свои вопросы и обратную связь от автора и получить максимум пользы. Соответственно, во время вот этого окна активных продаж будут продаваться именно основные офферы нашего запуска. Далее, в мае, после того, как мы закроем продажи, мы дадим буквально несколько дней передохнуть собранной базе подписчиков, и после закрытия продаж мы подготовили уже для них дополнительное секретное предложение для тех, кто не успеет воспользоваться первой волной, первым окном продаж. Что именно за дополнительное предложение, мы сейчас вам говорить не будем. Почему оно и называется секретное. Я хочу, чтобы вы поняли, что цель, почему мы его так засекретили, чтобы подписчики, покупатели не узнали заранее об этом предложении. Поверьте, предложение будет классное, сделано оно для того, чтобы максимально увеличить конверсию и чтобы вы смогли заработать максимальное комиссионное. Идем дальше. После того, как у нас пройдет сам тренинг, и мы соберем уже первые результаты учеников, мы упакуем весь тренинг в видеокурс.
упакуем его в коробку, запустим автоворонку из июля до бесконечности. Ну, как минимум год это точно будет продолжаться, этот проект, а возможно и как первый киберсант-инвестор он у нас продлится в течение 6 лет. Мы будем продавать уже коробочную версию через автоворонку. Вот такие этапы. Позволю опять же себе резюмировать то, что сейчас Денис рассказал вам. Ну, во-первых, зачем мы это сделали? Вот здесь в чате спрашивали, а что делать, если там партнеры плохо откликаются на предложение? В общем и целом, если отвечать на этот вопрос, то значит плохо предлагаете. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Но я что хотел сказать. Очень часто, когда ведешь переговоры с потенциальными партнерами, они вот задают этот вопрос, а какая схема запуска, какая последовательность шагов? Вот сейчас Денис подробно это рассказал. Кто плохо расслышал или что-то не понял, можете задать вопросы или потом пересмотреть в записи. Я же хочу сделать следующий вывод и следующее резюме. Воронка продаж, то есть маркетинг, очень продуманный, ориентирован на самую широкую аудиторию и на самые разные сегменты, имея в виду и платежеспособные, и те, у кого, скажем так, мало свободных денег на обучение, будут разные предложения с разным средним чеком. Вот я сейчас для всех собравшихся, в том числе и для Дениса, сообщу новость. Буквально несколько минут назад первая оплата фронтенда была, мы вот за час до созвона только прикрутили фронтенд к серии писем. Вот уже первый партнер, Игорь Дулин, уже заработал свои комиссионные и там несколько десятков счетов, поэтому многие из тех, кто принял участие в первом запуске, уже сегодня начнут получать комиссионные. Ну, конечно, это комиссионные скорее такой символический характер носят, стоимость фронтенда 790, если не ошибаюсь, рублей, и комиссионные 90% по нему. Основные продажи будут стартовать в апреле. Вот. Еще раз, основная мысль заключается в том, что очень продуманный маркетинг с разными версиями продуктов на разную аудиторию, и за продажи каждой из этих версий по всем ценам вы будете получать комиссионные. Вот такая вот мысль. Ну а сейчас переходим к таким промежуточным итогам первого этапа. Да, под итог первого этапа, который у нас идет уже с 18 марта, буквально за две недели мы собрали на сегодняшний день уже больше 1700 новых партнеров. Этот слайд делался вчера. Добавилось 1700 новых партнеров. И они продолжают прибывать десятками, сотнями каждый день. Друзья, вы видите, что происходит. Все больше и больше людей подключаются к этому запуску. Все больше и больше людей начинают активничать. И у вас, мы еще раз говорим, Рунет, по сути, вот сейчас начинает только-только входить во вкус, входить в курс дела вообще, узнавать о нашем новом запуске. И у вас до сих пор есть замечательная возможность привлечь партнеров второго уровня, которые дадут вам дополнительные комиссионные, которые могут, по сути, стать даже основным вашим заработком. Цель, которую мы поставили, шестизначная комиссионная, вы можете выполнить только за счет второго уровня. Абсолютно верно. Да, и что я сейчас хочу сказать, что первый этап не заканчивается. Привлекать партнеров второго уровня вы можете на постоянной основе. Этот лендинг, он у нас будет постоянно, он будет постоянно по этому же адресу, он даже после запуска мы его немножко переделаем, изменим, но вы можете постоянно вести на него трафик. Партнеры второго уровня – это мало того, что ваш дополнительный доход, это источник вашего пассивного дохода. У нас будут другие офферы, у нас будут другие запуски. И если у них будет открыта партнерка второго уровня, вы будете получать комиссионные до 20% от их заработка. Но самое золотое время именно сейчас. Вот сейчас апрель, вот две недели те, кто уже пропустили, вы их пропустили, но вот в начале апреля еще самое золотое время, потому что, безусловно, партнеры наиболее активно готовы подключаться к каким-то новым интересным предложениям. Вот я не знаю, будет сегодня Денис рассказывать или нет, мы, может, поделимся и личным опытом. Очень лояльно люди, позитивно, в том числе и топовые партнеры, реагируют на предложение принять участие в этом запуске. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что мы действительно подготовили очень хороший оффер, очень хорошее предложение. Поэтому, отвечая на вопрос, который был задан в чате,
Первый этап не завершается, он будет продолжаться постоянно. Просто сейчас мы даем старт второму этапу, он получает как бы более высокий приоритет, потому что вы можете непосредственно привлекать трафик на подписные страницы, начиная с сегодняшнего дня. Первый этап не аннулируется, не отменяется. Если вы будете продолжать или начнете привлекать партнеров, они будут закрепляться за вами, вы будете зарабатывать комиссионные второго уровня, поэтому действуйте. Идем к следующему слайду, и здесь я хотел для вас донести такую мысль. Друзья, если у вас еще мало опыта участия в партнерках, если вы не знаете, как привлекать трафик, то приглашение партнера второго уровня – это для вас как раз идеальный выход на данный момент. Это для вас лучший способ заработать комиссионные. Потому что, чтобы привлекать партнера второго уровня, вам, по сути, не нужно уметь привлекать массовый трафик, вам не нужно уметь работать с рекламными инструментами. Все, что вам нужно, это нужно уметь общаться. Найти сейчас партнеров, которые умеют работать с трафиком, абсолютно несложно. Достаточно зайти в любую социальную сеть, зайти просто в поиск. Они все открыты, они все доступны. Ваша задача просто обратиться к этим людям и просто по-человечески с ними пообщаться, рассказать им, что происходит, что за запуск, и пригласить их на него. И следующий слайд, который я хочу вам показать, об этом мы говорили на первой трансляции. Не бойтесь идти к топовым партнерам. К партнерам, у которых действительно есть много трафика, у которых есть хорошие ресурсы, базы подписчиков, каналы на YouTube, группы в соцсетях, блоги, посещаемые блоги, раскрученные блоги. Не бойтесь идти к этим людям. И вот я хотел сейчас вот немножко вас пожурить, так сказать. Да? Те, кто участвовал в первой трансляции. Смотрите, к нашей партнерке буквально за последнюю неделю присоединились такие люди, как Евгений Вергус, Валерий Стручин, Евгений Ванин, Виталий Тимофеев, Влад Челпаченко. Кто из вас пригласил этих людей? Мы специально с Никитой давали время. Мы говорили вам на первой трансляции, что у вас сейчас есть идеальный шанс пригласить в качестве партнера второго уровня людей, которые действительно могут сделать вам отличные комиссионные. И мы сдержали свое слово, мы сами не проявляли никакой активности в этом направлении. Мы давали вам в руки все возможности и все инструменты. Тем не менее, прождав практически две недели после объявления первого этапа, Евгений Вергус узнал об этом запуске от Никиты Королева. Я тоже хочу присоединиться к Денису и пожурить вас. Ребят, вижу ваши комментарии в чате, не успеваю на них ответить. Сейчас, когда замолкну, будет минутка, всем отвечу, не переживайте, вижу ваши вопросы. Действительно, полностью разделяю мысль Дениса. Ребят, обращаюсь сейчас прежде всего к тем, кто был на прошлой трансляции, но ничего не делал. Таковых, ну, как и всегда, большинство. Мы видим часть партнеров, которые приятно радуют своей активностью, которые действительно совершают активные действия и привлекают партнеров. Большинство бездействует. Я обращаюсь прежде всего к ним. Действительно, вот 18 числа мы рассказали об этой возможности и взяли неделю тишины. Вот знаете, как перед днем голосования, день тишины. Вот мы неделю вообще ничего не делали. И динамика регистрации в партнерской программе, можно было бы, кстати, это показать на слайде, была ниже плановой. То есть у нас там до 50 регистраций в день было. После этого мы с Денисом пообщались и решили, хорошо, давай мы попробуем сами обратиться к некоторым из партнеров. Написали в том числе и Жене Вергусу, Валерию Стручину. Фантастически позитивная реакция. Я вот, честно говоря, даже Денису так, неявно, но все-таки говорил, что, может быть, не стоит, скорее всего, не согласятся, они там занятые люди, у них свои проекты, т.д. и т.п. Ребят, уговаривать вообще никого не пришлось. Просто скинули ссылку на подробности, созвонились буквально 5 минут, пообщались, выдали ключевую информацию, и количество регистраций после того, как подключились эти партнеры, выросло в 3 раза. И вот вопрос, который Денис вам задал, а я к нему тоже присоединяюсь, почему никто из вас этого не делал? Обращаюсь прежде всего к тем, кто слышал и знал эту информацию еще 18 марта. Поэтому действуйте, не бойтесь идти к топам, они не кусаются. Более того, вот вчера или позавчера мы общались с Владиславом,
И он прямым текстом сказал, в Рунете очень мало партнерок в инфобизнесе, которые могут обеспечить достойные комиссионные реально партнерам, которые умеют привлекать трафик. Таких партнерок реально мало. И если вы станете тем человеком, который расскажет об этой возможности, то я вас уверяю, что часть из людей откликнется. Да, все верно. И вот отвечая на комментарии Надежды по поводу «они сказали своим, и все пошли», друзья, партнеров, которые умеют работать в партнерских программах, в Рунете на самом деле тысячи. У вас сейчас еще есть все возможности сделать себе отличную команду из партнеров второго уровня. Давайте. Полностью с этим согласен. Давайте идем дальше. И следующий слайд для тех, кто действительно привлек в свою команду хотя бы несколько партнеров второго уровня, кто уже собрал свою команду, у кого есть такие. Друзья, свяжитесь обязательно с приглашенными вами партнерами. У нас в рекламных материалах, в таблице статистики, все ссылки кликабельны. Вы можете видеть все контактные данные партнеров, которых вы привлекли. Свяжитесь с ними, помогите им, поддерживайте, обучайте их, делитесь с ними опытом, создавайте для них обучающие материалы. Это все комиссионное вашего второго уровня. Их работа... Светлана, что мы должны бросить? Светлана пишет, бросьте, никто из топов об этом не думает. Послушайте, наша задача не предложить вам какого-то кота в мешке. Мы вот сейчас реально делимся, я даже не был уверен до конца, что Денис этот слайд включит в презентацию, мы делимся реальным опытом. И наш опыт заключается в том, что мы неделю ничего не делали, дали партнерам воспользоваться той информацией, которую 18 числа озвучили, и после недели тишины попробовали выборочно. Поверьте, не всем партнерам, потенциальным партнерам, которые у меня в контакт-листе есть. У меня в скайпе несколько сотен человек, занимающихся инфобизнесом. Мы написали двоим-троим. А дальше они уже начали раскручивать этот маховик и привлекать, как правильно здесь пишут, своих партнеров. Поэтому не надо искать какие-то причины внешние. Действуйте, все у вас получится. Это реально, наш опыт это показывает. Ладно, информации у нас сегодня много, поэтому давайте не будем сильно на этом зацикливаться. Я думаю, вы все поняли по поводу того, что первый этап продолжается. Привлекайте партнера второго уровня и даем старт второму этапу. Угу. Начинаем привлекать подписчиков на бесплатный тренинг. И первое, с чего я хочу начать, друзья, вы должны понимать и различать термины, которыми мы пользуемся, и группы, которые у нас существуют. Вы должны это уяснить раз и навсегда, потому что мы действительно уже несколько раз сталкиваемся с такой проблемой, что некоторые люди просто не видят разницы. Смотрите, Киберсан-партнерка. Киберсан-партнерка – это, собственно, наша партнерская программа издательства InfoDVD, в которой вы сейчас участвуете и в которой вы сейчас зарабатываете на запуске. Это ваша возможность заработать комиссионные на продаже нового тренинга. Киберсант инвестор перезагрузка – это название, само название нашего нового тренинга, именно платного обучающего продукта. Бесплатная версия Киберсант инвестора называется базовая версия, Киберсант инвестор базовый. Вот. И главное, что я хочу сейчас до вас донести, во-первых, не стоит говорить подписчикам изначально про платный тренинг. Для этого и создан период разогрева, что человек должен пройти сначала через целую серию бесплатных материалов, через весь наш контент, через все, что мы для него приготовили в плане обучающего контента, и только потом узнать о платных предложениях. И второе, я, наверное, даже сейчас включу демонстрацию рабочего стола. Давай, я пока пытаюсь ответить на неотличный вопрос. Видно, да? У меня... стоп. Так, у меня белый экран. Ребят, напишите в чате. Да, видно, сейчас видно. Видно, да? Отлично. Друзья, вот смотрите. Вот группа в инфоклубе, называется она «Киберсан-партнерка. Резапуск». Вот здесь мы обсуждаем все вопросы, касаемые именно «Киберсан-партнерки». Касаемое именно партнерской программе. Можете задавать здесь любые вопросы, мы на все вам ответим, всегда поможем.
сразу там видел один из вопросов в чате. Как посмотреть предыдущую трансляцию? Вот нажимаете вот сюда на стрелочку, и вот у вас запись трансляции первой. Нажимаете на нее, переходите и смотрите. И также в инфоклубе есть группа, которая называется «Киберсант Инвестор Базовый». Вот эта группа предназначена для бесплатных занятий с подписчиками. Для как раз периода разогрева именно ваших покупателей, которых вы привели. Здесь будут проходить бесплатные занятия, здесь будут выкладываться обучающий контент, обучающие видео. Здесь будет обратная связь от Алексея Федорова, автора тренинга и так далее. Что я хочу самое главное до вас донести. Вот в этой группе ни в коем случае нельзя писать вопросы, касающиеся партнерской программы. Как привлекать людей, как продавать и т.д. и т.п. Уже от 3 участников здесь публиковались вопросы. Вы поймите, только вы публикуете вопрос, а как мне привлекать трафик на платный тренинг, и сразу же он рассылается по всем подписчикам. Человек смотрит и видит, где-то подвох. Я тут вроде как в бесплатном участвую, а тут такое начинается. Поэтому сразу предупреждаю. Друзья, кто опубликует в группе Киберсант Инвестор базовый вопрос по партнерке, сразу получит бан на эту группу. И никогда больше в нее зайти не сможет. Жестоко, но справедливо. Да. Ладно, идем дальше. Давайте поговорим о том, почему мы продадим вашим подписчикам. Почему можно доверять нам подписчиков, почему можно их к нам вести. И почему вы действительно заработаете много комиссионных. Почему продажи гарантированы? Во-первых, это, как я уже говорил, бесплатный онлайн-тренинг базовой части. Будет длительный период разогрева, он будет идти весь апрель. Уже с 6 апреля, уже с четверга, в четверг будет первое занятие с Алексеем Федоровым. Будет 5 бесплатных практических занятий, будет контент по email письмам, будет контент в самой группе, будут видео размещаться в самой группе. И самое главное, что все вот эти практические занятия, они действительно предназначены для того, чтобы люди уже начали получать практический результат сразу после них. Одно из занятий, к примеру, будет по заработку на аукционах банкротств. Реально в прямом эфире Алексей Федоров покажет, как прямо сейчас, в данный момент, можно будет, он найдет лот, который в данный момент существует, и как его можно будет прямо сейчас взять и купить. Может быть, это будет BMW по цене, по стоимости в 4 раза дешевле рыночной стоимости. Да, неважно. Это все будет сразу онлайн. По сути, сразу после занятия вы сможете этим заняться, получить доступ к одному из аукционов и приобрести какое-то из имущества в несколько раз дешевле его рыночной стоимости. Идем дальше. Почему продажи гарантированы? Во время действия всей воронки ваши подписчики последовательно получат 8 различных офферов. Мы для каждого из них подберем предложение как по цене, так и по ценности для каждого человека. У каждого из этих офферов будут максимально разные цены. Они будут начинаться от стоимости фронтенда за 790 рублей и кончаться VIP-версией, которая будет стоить более 100 тысяч рублей. Будут разные ценности, будут разные выгоды, будет разная цена. 8 последовательных офферов. Из каждого из них вам будет идти волна партнерских комиссионных. Ваша задача один раз привлечь подписчиков на бесплатный вход в воронку. Все остальное будем делать уже мы. 4 волны комиссионных. Почему мы говорим, что вы будете получать 4 волны комиссионных? Был такой вопрос у нас, друзья. Не путайтесь с 4-уровневой партнерской программой. У нас 2 уровня партнерских программ. Почему мы говорим, что будет 4 волны комиссионных? Первая волна. Вы будете получать 90% за продажи фронтенда. С сегодняшнего дня, сразу после того, как человек подписывается на бесплатную серию, он сразу переадресовывается на страничку с видео, в котором ему предлагается по специальной цене всего за 790 рублей приобрести первый полезный видеокурс от Алексея Федорова.
Дальше, вторая волна – это непосредственно само окно продаж, основной релиз тренинга. Там будет 4 основных версии тренинга, с которых вы будете получать основные партнерские комиссионные. Дальше, как я уже сегодня говорил, после окончания релиза у нас пойдет секретное предложение. Это будет для вас третья волна. И после окончания тренинга у нас запустится автоворонка с коробочной версией. Для вас это будет четвертая волна партнерских комиссионных. Плюс к этому второй уровень партнерки. И плюс дополнительные офферы нашей партнерской программы. Как показала статистика предыдущего года, 30% комиссионных мы выплачивали партнерам не за те продукты, на которые партнер изначально привлекал человека. То есть, соответственно, вы привлекли к нам подписчика, он у нас остался в базе, через полгода он купил другой продукт, который есть у нас в партнерской программе, и вам начислились за него комиссионные. Все просто. Прямой курс обмена. Чем больше подписчиков вы сейчас приведете, тем больше вы получите комиссионных. Я надеюсь, мы вас убедили, что мы разогреем ваших подписчиков, что мы действительно их продадим, что вы можете доверить нам свой трафик. Ваша задача просто привести их на подписную страницу, на бесплатный материал. Все остальное будем делать мы. Денис, если позволишь, я тебе сейчас дам, что называется, выдохнуть и все-таки обращу внимание на чат, ответив на те вопросы, которые мы оставили без внимания. Честно говоря, закончилась неудачей моя попытка ответить в текстовом формате. Тут какие-то странные ограничения у сервиса на количество сообщений, поэтому давайте голосом отвечу, а если чей-то вопрос пропущу, то после вот этого короткого блока ответов и вопросов, ответов на вопросы, вы продублируете свой вопрос, хорошо? Вот, Денис, пока можешь попить водички. Значит, смотрите, друзья, сразу несколько человек, Дмитрий Герасимов и Булат, попросили партнерские ссылки на группу. Друзья, напишите, пожалуйста, на какие именно группы вам нужны ссылки. То есть у нас есть группа для партнеров, есть группа для потенциальных клиентов. Давай, и мы уже сегодня... давай мы этот вопрос оставим ближе к концу трансляции. Мы запланировали сегодня как раз разобрать этот вопрос. И я покажу, как создавать партнерские ссылки. Это все доступно в партнерском кабинете. И расскажу, можно ли это делать, ну и зачем это стоит делать. Хорошо, но все-таки вот я уже вижу комментарий от Булата на группу для разогрева подписчиков. Булат, вот сегодня мы прямо и добавим, будет у вас в рекламных материалах отдельная ссылка на группу в инфоклубе, которую вы можете превратить в свою партнерскую. А Денис говорит о том, что сегодня он расскажет, как вообще делать любую ссылку на любую инфодивидишную страницу своей партнерской. Ну, смотрите, я поясню просто, раз уж затронули этот вопрос, мы еще разберем его, да, как это создавать. Но смысл в чем, что привлекать подписчиков можно на любые материалы, можно на группу, можно на трансляции, на видео, на что угодно. Я вам покажу, как это делать. Но вы должны понимать, что это должен быть как дополнительный способ. Да? Когда вы уже испробовали все способы, когда вы уже перепробовали все подписные страницы, когда вы уже лили напрямую на фронтенд, только после этого вы можете давать уже людям остальные ссылки. Потому что человек, который пришел в группу, да, он увидит материалы, да, он пройдет занятия, но он не попадет на самое начало, на вход в воронку. То есть, соответственно, он не получит предложение фронтенда, он не получит серию писем, он будет получать только письма, которые уже после этого мы будем слать. Соответственно, и занятия тоже он будет видеть, которые после этого будут идти. То есть, соответственно, саму воронку, часть этой воронки он пропустит. Поэтому такие способы нужно использовать только как дополнительные. Да, то есть если вы по своей базе, например, это прежде всего касается тех, у кого своя база, те, кто работает с холодным трафиком, привлекайте на подписные страницы, вот, а если вам нужно больше подписных страниц, каких-то узкотематических, узкозаточенных, ну, как-то по-особому оформленных, вы просто нам об этом сообщайте, и мы будем их своевременно добавлять. Ну вот и Дмитрий, и Булат ответили, что они хотят партнерские ссылки на группу. Я думаю, что мы их можем, Денис, генератор добавить, или это будет смущать наших партнеров? Я думаю, лучше объяснить нам сегодня, как хорошо это делать. Хорошо, тогда мы просто визуально покажем, да, продемонстрируем, как вы можете делать такие ссылки.
слушайте, смотрю на свою рожу, просто сеньор помидор. В Минск пришла настоящая весна, я тут додумался пиджак напялить. Поэтому, конечно, лучше не смотреть в это окошко, где моя физиономия. Кто за меня переживает, не переживайте, самочувствие отличное. Очень рад всех видеть. Хорошо, пробегусь тогда еще по вопросам. Так, можно ли сделать партнерскую ссылку на вебинары? Смотрите, мы сейчас проводим вебинары для партнеров. Вот сегодня вторая встреча, была первая. Насколько я понимаю, вопрос именно про эти вебинары, потому что те вебинары, которые будут проводиться именно для привлеченных вами подписчиков, они будут только в апреле. Вот. Значит, да, можно делать партнерские ссылки на вебинары, просто у нас пока не предусмотрена отдельная страница для просмотра вебинара. Если вам такая механика нужна, то есть страница, которая на нашем домене, на котором размещено видео вебинара и кнопка для регистрации, мы достаточно быстро можем сделать. Напишите нам просто в группу, я еще раз продублирую ссылку на первичное сообщение или в тему соответствующую, что вам нужна ссылка, страница, где будет вот этот вебинар и кнопка регистрации. Мы вам тогда такую страницу добавим. Может быть, я просто вас не до конца понял. Почему мы такую страницу не добавляли? Потому что подавляющее большинство партнеров, они все-таки предпочитают на своем сайте, на своем блоге разместить страницу и дать реф-ссылку на, соответственно, регистрацию. Так, про фронтенд был вопрос, что это такое, почему ничего не было сказано. На самом деле было сказано, но на всякий случай еще раз проговорю. Смотрите, сегодня мы даем старт этапу привлечения подписчиков. Соответственно, даны вам подписные страницы, на которые вы можете делать свои реф-ссылки, партнерские ссылки. Вы привлекаете человека, он регистрируется, вы видите в своем аккаунте, сколько у вас регистраций, а сам человек, после того, как ввел свой e-mail, попадает на страницу, где ему предлагается купить фронтенд за 790 рублей, из которых 90 мы выплачиваем партнерам первого уровня, то есть тому, кто как раз и привлек данного подписчика. Цель данного фронтенда – это, во-первых, сразу же монетизировать партнерский трафик, то есть возможность для тех, кто, например, покупает рекламу, достаточно, ну, сразу начать окупать, по крайней мере, свои вложения, оценить платежеспособность трафика, вот. Ну и для нас также оценить качество трафика. Дальше, вопрос был задан, к сожалению, имя у меня не сохранилось, следующей формулировки. Никита сформулирует для неопытного, какую проблему решает продукт. Во-первых, хочу сразу же похвалить автора данного вопроса. Если вы задаете такой вопрос, то вы уже не имеете права себя называть неопытным. Это достаточно хороший и глубокий вопрос. Отвечу на него ссылками. Смотрите, две ссылки. Первая на страницу с рекламными материалами нового Киберсант-инвестора, а вторая ссылка на портрет целевой аудитории. Вот изучите портрет целевой аудитории. Я думаю, что вы споймаете то настроение, с которым нужно обращаться к целевой аудитории и о чем ей говорить. Ну, а если есть или будут возникать какие-то специфические вопросы про продукт, задавайте их в группе. Еще раз хочу напомнить мысль, которую озвучивал Денис. Понятно, что вы спрашиваете портрет клиента именно с точки зрения того, какой трафик привлекает. Но я хочу на всякий случай напомнить. Мы об этом еще будем сегодня говорить. Да, людей привлекает. Это краеугольный камень, мы будем вокруг него постоянно ходить, но важная мысль. Вы привлекаете сейчас людей на бесплатное. Не надо их привлекать с посылом «иди туда, купи Киберсант-инвестора». Во-первых, этого Киберсант-инвестора нигде нету, еще пока, он даже нигде не анонсирован. А во-вторых, человеку предлагаются реально бесплатные материалы. И здесь был вопрос, будут ли люди получать после подписки что-нибудь ценное? Конечно, будут. Там будет полноценная воронка. Там будет 6 Денис, бесплатных онлайн-трансляций. Да, я еще чуть дальше расскажу. 6 практических онлайн-трансляций. То есть все будет. Так, ну, здесь было небольшое недопонимание по поводу того, кого давит жаба и кого нужно бросить. Здесь я не сходу разобрался. Светлана Молодежникова правильно написала, что никто из топов не думает насчет того, чтобы там отрезать партнерские хвосты, не отрезать, жаба душит, не душит. Вы им присылаете ссылку, и дальше все зависит от того, насколько качественно презентуете офер. Вот. И был еще вопрос, как узнать, может, я уже партнер второго уровня? Геля задала вопрос. Геля, я ваш вопрос не понял. Но может, вы партнер второго уровня, а может, не партнер второго уровня. Это ни на что не влияет. Являетесь вы чьим-то партнером второго уровня или пришли по прямой ссылке, вы все равно можете привлекать партнеров под себя, и все условия для вас будут именно такими, как мы описали. Ладно, друзья, давайте идти дальше. Предлагаю этот чат.
Давайте идти Имран, дальше. Вы приглашаете подписчиков с вчерашнего дня. Нет, ничего страшного, все хорошо, они подписываются на автосерию, просто фронтенд только сегодня был добавлен в цепочку. А так все нормально, они за вами закрепляются, и как только начнутся продажи, вы будете на этом зарабатывать. Благодарим вас за сотрудничество. Друзья, смотрите, вот такой серьезный вопрос, с которым многие из вас могут сталкиваться, особенно при переговорах с партнерами второго уровня. Да, я думаю, вам самим это все интересно. Вопрос банальный. Сколько можно заработать, какая у вас конверсия и т.д. и т.п. Ну, во-первых, вы должны понимать, что это живой запуск. Сейчас заранее, даже с какой-то приблизительной точностью предугадать, какая будет конверсия, сколько можно заработать, очень-очень сложно. Тем не менее, я хочу вам привести пример, опираясь на запуск, который мы проводили в январе 2017 года. Это был продукт по трейдингу, это был продукт для узкой целевой аудитории, поэтому он не был анонсирован в партнерке. Но, тем не менее, цифры, которые мы получили. На микробазу из 2200 человек мы получили конверсию 2,5%, получили 56 продаж, средний чек составил 19 150 рублей. То есть, если бы на этот продукт была открыта партнерская программа, то за каждых привлеченных 100 подписчиков вы бы заработали 12 160 рублей комиссионных. Цифра на самом деле средняя, ее не сказать, не назвать огромной, не сказать, не назвать маленькой, но тем не менее. Что касается нашего сегодняшнего запуска продукта Киберсант Инвестор. Во-первых, он предназначен для более широкой аудитории. Это действительно массовый продукт, я даже не знаю, кого можно назвать, вот какого человека, которому бы этот продукт не был полезен. Но разве что школьники младших классов. И пенсионеры очень-очень позднего возраста. Этот продукт реально полезен каждому человеку, который сталкивается с деньгами, который в своей жизни зарабатывает деньги. Это продукт с именем. Да, то есть очень много людей в интернете знают, что такое Киберсант Инвестор. Это имя, оно изначально уже заслужило доверие покупателей. Очень многих. И очень многие его купят только за счет вот этого доверия, только за счет того, что они уже знают, что это за продукт. Дальше, мы даем в 8 раз больше офферов, чем мы давали вот на этом запуске в январе. Я вам уже показывал, какие будут офферы. Их будет 8 штук. Соответственно, с каждого оффера будут продажи. С каждого оффера будут комиссионные. Будет в 3 раза длиннее период разогрева. Будет в 6 раз длиннее период продаж. Мы будем постоянно, постоянно продавать и греть на всю базу подписчиков, которых вы приведете. Можете сами представить, сколько можно заработать. Ну, как минимум в 2 раза конверсию мы повысим. Более того, есть еще такой эффект, ну, можно его назвать стадным инстинктом, можно его назвать социальным доказательством. Дело в том, что когда производится большой запуск, люди это видят, имея в виду то, что они получают несколько рекламных предложений от разных партнеров, так? Они видят, какое количество людей приходит на онлайн-мероприятия. То есть они видят, что продукт сам по себе востребован. И это также повышает конверсию. Да? То есть из реальной жизни аналогия такая, что вы идете мимо какого-то заведения и видите большую очередь. Ну, как минимум вас интересует, а что это там происходит. Да? И такой классический пример из всех бизнес-книг. Представьте, что вы приехали в незнакомый город, и вам нужно где-то пообедать. И вот на центральной улице 2 ресторана, возле абсолютно одинаково выглядящих внешне. И возле одного из них вся парковка забита автомобилями, а возле другого такое, знаете, перекати-поле, не души. Естественно, вы пойдете в тот, где больше людей, где больше автомобилей, где вы понимаете, что что-то происходит. В определенной мере этот же принцип работает и в интернет-маркетинге. То есть, когда люди видят, что других людей продукт интересует, а они будут неизбежно видеть, потому что у нас будет длинный разогрев, у нас будет 6 онлайн-мероприятий, живых, то есть люди будут видеть, как много участников приходит, они будут видеть, как много участников в группе, какая активность. Поэтому конверсия, конечно, будет выше. И те цифры, которые вот январские Денис привел, я хочу сказать, что это не какие-то рекордные, это средние результаты. Просто Денис взял свой крайний запуск и опубликовал его результаты. Но и они впечатляют. Идем дальше. И о размере комиссионных.
Об этом мы уже говорили, но для тех, кто еще не знает. При продаже фронтенда мы выплачиваем вам 90%, то есть это вся наша прибыль. Плюс при продаже фронтенда также работает партнерская программа второго уровня. Дальше, все основные версии продукта, все наши дополнительные предложения, плюс дальнейшая коробочная версия. За все это вы будете получать 25% комиссионных от продаж. За исключением VIP-версии, за которую вы будете получать фиксированную сумму 16 тысяч рублей. И, естественно, комиссионная второго уровня. 20% от заработка привлеченных вами партнеров. Просто запомните этот слайд, запомните эти цифры. Они есть, в принципе, в рекламных материалах в аккаунте партнера. Вы всегда можете их посмотреть, свериться. Идем дальше. И давайте разбирать самый, пожалуй, важный вопрос сегодняшней нашей трансляции. Как выглядит воронка? Что происходит после того, как вы привлекли подписчика, и он подписался на email-серию. Итак, первое. Вы привлекаете подписчиков на бесплатные подписные страницы. Вы привлекаете трафик именно на бесплатную базовую часть тренинга по созданию финансовой свободы и пассивного дохода. После того, как человек подписался на форму, сразу после подписки он переадресовывается на страницу с видео, где ему предлагается приобрести фронтенд продукт. Фронтенд продукт – это видеокурс Алексея Федорова. Это его авторская методика по инвестированию в доверительное управление. Как правильно выбирать управляющих, чтобы не нарваться на различные ловушки, подводные камни, и чтобы максимально уменьшить риски и максимально увеличить ожидаемую прибыль. С этой продажи вы сразу же получаете 90% комиссионных. По сути, с сегодняшнего дня уже некоторые партнеры начали эти комиссионные получать. Вы их сразу можете выводить, можете сразу тратить, либо инвестировать опять в новый трафик и приводить все больше подписчиков. Дальше. Бесплатные практические занятия. Будут идти весь апрель. Причем занятия, которые уже прошли, то есть если вы привлечете, вот 6 апреля у нас будет, пройдет уже первое занятие, если вы привлечете подписчика 15 апреля, да, то он получит письмо с записью этого занятия. То есть он изначально на входе в воронку, если вы привлекаете подписчика на вход, он изначально получает последовательно все материалы, которые уже были. И в дальнейшем уже участвует в живых мероприятиях. Вот, как раз был вопрос по поводу плана бесплатных занятий базового тренинга. Посмотрите вот этот план. Я сейчас буквально вкратце озвучу только заголовки. 6 апреля у нас будет занятие по личному финансовому планированию. 12 апреля будет важное занятие «Как не попасть в ловушки биржевой индустрии». Здесь вот, наверное, стоит более подробно остановиться, потому что очень многие люди в интернете питают негатив к трейдингу, негатив к биржам. И вот цель вот этого занятия как раз вот этот негатив убрать. Мы не будем учить людей трейдингу. Трейдинг – это спекуляция. Мы учим инвестициям. Но человек должен понимать, что такое трейдинг, он должен понимать отличие трейдинга от инвестиций, и он должен понимать хотя бы базовые понятия биржи, чтобы разбираться в инвестировании. И, собственно, этому всему мы будем учить на втором занятии. Главная цель – снять с человека страхи, дать ему базовые понятия, чтобы он мог на это смотреть и пользоваться результатами биржевой индустрии. По сути, тот же самый фронтенд, видеокурс «Как выбирать управляющих», он как раз для того и предназначен, чтобы вы, не разбираясь, как заниматься трейдингом, как вытаскивать из биржи прибыль, чтобы вы могли просто инвестировать свои деньги, заставлять их работать, а управляющие за процент от прибыли приносили вам прибыль. 17 апреля будет следующее занятие как раз, опять же, по доверительному управлению, социальный трейдинг. 20 апреля будет занятие по тестированию торговых стратегий. И 24 апреля будет самое, наверное, бомбовое занятие, как зарабатывать на аукционах банкротства.
Это что касается плана бесплатных занятий. Я пытаюсь заодно в чат подглядеть. Да, меня слышно сейчас, да? Слышно. Что-то не удается мне на внешний микрофон переключиться. Денис, не отвлекайся на чат, я буду следить за порядком здесь. Хорошо, хорошо. Что касается бесплатного разогрева, мы об этом уже говорили. Помимо живых занятий с Алексеем Федоровым, будет группа Киберсант Инвестор базовый, которая предназначена для занятий и для общения между собой и общения с Алексеем. Там будут публиковаться видеоуроки. Также мы готовим бонусы и розыгрыши для участников. Будет выдаваться контент по email, будет выдаваться обратная связь. В конце апреля 4 основных оффера, основных версий живого тренинга. Окно продаж. Оно продлится примерно по 10-15 мая. Потом окно продаж будет закрыто и начнется сам тренинг. Далее, секретное дополнительное предложение, о котором я уже говорил. Там будет низкий чек. То есть, соответственно, с помощью этого предложения мы хотим максимально повысить конверсию. Там будет меньше комиссионные за счет того, что низкий чек. Но суть самого предложения в том, что люди, которые его приобретут, они... Существует большая вероятность, что они будут докупать по этому предложению в течение всего года. Соответственно, вы весь год будете получать в качестве пассивного дохода комиссионные. Ну, о самом секретном предложении, сам секрет мы вам расскажем уже ближе к маю. Дальше. Бонусное занятие, о котором я говорил, «Богатый ребенок. Как вырастить ребенка-миллионера». На сам этот мастер-класс мы тоже будем допродавать билеты по базе некупивших подписчиков. Это тоже будет небольшой чек, буквально 2-4 тысячи рублей. Там будет 2-3 предложения. Для вас это означает, опять же, дополнительная конверсия, дополнительная волна комиссионных. Это все вы получаете с привлеченных вами один раз подписчиков. Дальше, как я уже говорил, повторный релиз коробочной версии тренинга. Это начнется уже с июля, после того, как мы завершим сам тренинг и получим первые результаты от учеников. И с июля мы запускаем автоворонку. Стабильная комиссионная для стабильного трафика. Что это значит? Это в первую очередь для тех, у кого есть именно постоянный стабильный трафик. То есть блоги, YouTube-каналы и т.д. и т.п. Вы можете смело размещать рекламу нашего тренинга. Человек в любое время, хоть сейчас в апреле, хоть в декабре этого года, да, если он попадет на подписную страницу, он попадет на начало автоворонки. Он пройдет через все занятия, через все записи, и опять будут продажи. Естественно, конверсия в автоворонке, которая будет после июля, она будет уже несколько ниже, чем конверсия, которую вы можете получить сейчас. Но, тем не менее, если у вас есть стабильные источники органического трафика, поискового трафика, вы можете смело использовать эту партнерскую программу для монетизации. И что обязательно нужно подчеркнуть, что на всех этапах продаж у нас работают наши замечательные продавцы. Это люди, которые обожают общаться с людьми, обожают им звонить. И буквально вот сегодня уже пошли первые регистрации на фронтенд, они уже начали обзванивать этих людей и знакомиться с ними. В течение действия всего этого предложения, в течение всего запуска, они пообщаются с каждым активным подписчиком, который хоть как-то проявил себя, оставил заказ на фронтенд или оставил заказ на какой-то из наших офферов. Они со всеми с ними пообщаются. Они каждому помогут подобрать предложение по душе, по ценности, которую продукт для него несет. Они просто любят и умеют общаться. Они еще больше любят и умеют продавать. <с- <с-
Идем дальше. И мысль, которую я хочу подчеркнуть, опять же, что подписные страницы – это главный вход в воронку. То есть вы можете привлекать подписчиков, у нас есть инструменты, можете привлекать куда угодно, но подписные страницы – это именно самый главный вход, войдя через который человек пройдет через всю воронку и получит весь период разогрева, получит все ценности и, соответственно, гораздо больше вероятность, что этот человек приобретет хотя бы один из 8 офферов, которых мы ему предложим. Здесь, пользуясь случаем, давай обратимся к партнерам и попросим, ребята, если кому-то нужны дополнительные подписные страницы, мы сейчас 4 предоставили, но это, скажем так, первично, да, это пробный шар. Мы ждем от вас обратной связи, какие дополнительные страницы вам нужны, под какие источники трафика, что, на ваш взгляд, на них должно быть. Мы будем дополнять и расширять этот набор, потому что здесь вот в чате был вопрос от Татьяны. Какие-нибудь инструменты для привлечения есть? Татьяна, если вы имеете в виду рекламные материалы, это все уже готово, загружено в ваши аккаунты, и сегодня Денис еще покажет это на экране. Моя тирада сводится... И мое обращение сводится к тому, чтобы вы не стеснялись обращаться к нам и заказывать дополнительные рекламные инструменты. Будем стараться по возможности оперативно их добавлять. Вот Ярослав, да, вопрос хороший задает. Я правильно понял, ничего не удаляется. Все уроки, что есть и будут, будут актуальны. Да, Ярослав, они будут актуальны. После того, как занятия будут проходить вживую, они будут выдаваться в записи. Главное, чтобы человек попал именно на вход в воронку. Да, чтобы ему в итоге пришли все письма с этими записями занятий, чтобы он их смог все просмотреть. Так, давайте идти дальше. Ну, собственно, о чем я уже говорил. Как долго можно лить трафик на подписные страницы? Как минимум весь этот год можно лить трафик. Как максимум ближайшие 5 лет. Это уже посмотрим, как говорится, как пойдет. Но весь этот год лить трафик точно можно. Но вы должны понимать, что апрель сейчас это самый горячий период. Потому что в апреле происходит именно живой запуск. С живого запуска вы получите максимальное количество офферов, соответственно, максимальное количество волн комиссионных, о которых мы говорим. Подписчики, которые будут привлечены в июне, в июле и дальше, они попадут уже в автоворонку. Соответственно, они будут получать максимум 4-5 офферов. Конверсия будет несколько ниже, но надеемся, что она тоже будет достаточно высокой. И вот вопрос, который уже неоднократно задавался и в группе, и сегодня в чате. Зачем лить трафик на фронтенд? Смотрите. Во-первых, это дополнительный инфоповод для вашей аудитории. Изначально вам стоит лить трафик на подписные страницы. Человек, который прошел через подписную страницу, он в любом случае получит предложение фронтенда. Но если у вас есть готовые источники трафика, если у вас есть база подписчиков или группа в соцсетях, да, неважно, то есть если у вас есть готовый трафик, монетизируйте его по максимуму. Предложите сначала один оффер, одну подписную страницу. Предложите им потом другую подписную страницу, третью, четвертую. Проведите их по всем. Таким образом, вы максимально получите отдачу от своего трафика. Дальше, почему бы не предложить человеку напрямую фронтенд? Вы также предлагаете напрямую фронтенд. Кто-то из вашего трафика приобретет этот фронтенд и попадет опять же на начало нашей воронки. И опять же пройдет по всем шагам. Это просто еще один инструмент для вас. Дополнительный вход в воронку. И вы тоже можете его использовать. Мало того, те из вас, кто умеют работать в арбитраже, да, кто умеет привлекать платный трафик. Это поиск удачных связок для вас. Если при привлечении подписчиков, скажем, вы изначально еще не очень понимаете конверсию, то когда вы льете трафик напрямую на фронтенд, вы ее можете сразу же увидеть, да, и сразу же вывести свои комиссионные. Еще одна дополнительная связка. И вот то, что Никита сегодня озвучивал, сегодня произошла первая продажа фронтенда. Уже вот, не кстати, одна. Уже не одна? Отлично. Вот я обратил внимание, что она произошла как раз именно
трафик был приведен напрямую на продающую страницу фронтенда. Да. Не через подписную. Угу. То есть человек использует такой инструмент, почему бы нет? Но мы рекомендуем изначально все-таки использовать подписные страницы, чтобы максимально увеличить конверсию. Ярослав, большое спасибо за добрые слова. Посмотрите, вы вогнали меня в краску. На самом деле большое спасибо. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать ваше доверие и не только комплименты получить, но и заслуженные отзывы. Мы сделаем все для того, чтобы вы заработали на этом запуске. Спасибо большое, что поддерживаете нас. Вот Денис сегодня, подводя итоги первого запуска, позволил себе такую фразу, что мы привлекли 1600 партнеров. Это не мы привлекли, это вы привлекли, это ваша заслуга. И наша, соответственно, ответственность, чтобы вы на этом заработали. Спасибо. Давайте идти дальше. Что касается целевой аудитории фронтенд продукта, если вы будете лить трафик напрямую на фронтенд, вы должны понимать, что целевая аудитория этого продукта – это люди, уже знакомые с инвестированием. Это люди, которые уже знают, что такое доверительное управление, как с помощью доверительного управления можно получать пассивный доход. Это люди, которые не боятся таких понятий, как ПАМ-счета, инвестиционные счета. Это люди, которые хотят создавать пассивный доход, но они просто пока не умеют, не знают, как это делать. Соответственно, этот видеокурс может им в этом помочь. В конце апреля мы также сейчас разрабатываем дополнительный лендинг по этому фронтенду, и он будет предназначен уже для более широкой аудитории. Как только он будет готов, мы его вам дадим и обязательно пропиарим по всей уже привлеченной базе подписчиков. И давайте, наверное, перед тем, как мы перейдем к следующей части, уже к более серьезной, более практической. Никита, есть у нас какие-то еще вопросы? Ну, серьезные, честно говоря, я не видел. Вот про конкурентов Юрий спросил, какие есть конкуренты по данному продукту. И потом избились на комплименты. Но вот я не знаю, Денис, есть тебе что сказать на этот вопрос? Какие конкуренты по Киберсант Инвестору? Конкурентов нет. Хорошо, договорились. Единственный конкурент Киберсант Инвестора, единственный конкурент тренинга Киберсант Инвестор «Перезагрузка» был снят с продаж примерно 3 года назад. Назывался он Киберсант Инвестор. Угу. Так, и у меня еще есть просьба к Светлане, которая спрашивала, есть ли у нас странички под соцсети. Светлана, напишите, пожалуйста, или в группе, или лично мне, или Денису, как вам удобнее. Максимально развернуто, вот что вы хотите видеть на этих страницах, то есть какие к ним требования. Я не говорю, что вы должны там копирайтингом за нас заняться, просто своими словами опишите, да, вот я хочу, чтобы это там условно была адаптивная страница там на 3 экрана с призывом подписаться, да, заточенная под такую-то цель. И мы будем добавлять, согласно вашим требованиям, согласно вашим пожеланиям, такие страницы, потому что в чем как раз состоит суть партнерства? Кто такие партнеры для нас? То есть мы условно производители, да, то есть мы производим товар, вы условно дистрибьюторы, то есть распространяете его. Вы лучше знаете, где, как найти целевые группы, как их как им продать. Но, соответственно, мы берем на себя обязанность по изготовлению рекламных инструментов. И для того, чтобы эти инструменты были эффективны, нам очень нужна обратная связь от вас, то есть заказ, то есть уточнение того, вот вы написали странички под соцсети, вам как специалисту, я так подозреваю, в соцсетях, это понятный термин. А нам, как дилетантам, это термин либо непонятен, либо мы его по-другому трактуем. Поэтому вот опишите поподробнее, что значит странички для соцсетей. И это касается всех. Вот кто там через Инстаграм привлекает, опишите, какие вам материалы нужны. Кто-то через таргетированную рекламу, напишите, какие вам нужны. И мы будем их добавлять. Угу. Юрий, пока не буду отвечать на вас, на ваш вопрос. Вернемся к нему вот чуть дальше, когда будем рассматривать целевую аудиторию. Хорошо? Угу. Давайте идти дальше. А у нас еще мы прошли только чуть больше половины, а вебинар идет уже больше часа. И как раз мы подошли к целевой аудитории. Отлично. Что ж, давайте разбирать, для кого предназначен наш продукт.
По сути, то, что мы сейчас разбираем, вы можете посмотреть у себя в аккаунте партнера в рекламных материалах Киберсант Инвестора. Тем не менее, давайте по ним пробежимся, чтобы вы понимали и могли по ходу задать вопрос, если вас что-то интересует. Итак, первое, ну, пожалуй, одна из самых горячих целевых аудиторий – это люди, работающие по найму со средним доходом и с доходом ниже среднего. Они хотят построить финансовую независимость, обезопасить себя от потери дохода. Эти люди работают с утра до вечера на работе, они недовольны своим сегодняшним положением, они ищут из него выход. Мечтают о финансовой свободе. Все просто. Решение, которое мы им даем, это в первую очередь навык личного финансового планирования, с помощью которого человек сможет реально на практике достигать своих финансовых целей, плюс навыки построения пассивного дохода. Следующая целевая аудитория – люди, работающие по найму, опять же, работающие на работе, с доходом выше среднего. То есть это менеджеры среднего звена, топ-менеджеры, да, то есть люди, которые получают доход в месяц от 50 тысяч рублей и выше. У таких людей есть свободные деньги, но они пока не знают, что с ними делать. Они хотят научиться создавать капитал и грамотно его инвестировать, чтобы со временем обеспечить себя пассивным доходом и жить исключительно на него. Соответственно, таких людей мы научим свободно инвестировать в полный спектр финансовых инструментов и создавать инвестиционные портфели с минимальным риском. Идем дальше. Следующая целевая аудитория – это предприниматели. Неважно, интернет-предприниматели, офлайн-предприниматели, они все наша целевая аудитория. По сути, причина та же, что и у предыдущей группы. Они хотят создавать дополнительные источники дохода, они хотят создавать пассивные источники дохода. Предпринимательство в первую очередь подразумевает нестабильность. И важная черта этой целевой аудитории, что это более продвинутая аудитория. Они требуют более продвинутого материала. И, соответственно, решение, которое мы им даем, это, по сути, почему мы так долго и готовили тренинг «Киберсант Инвестор. Перезагрузка». Потому что в нем мы даем тонкости именно современной теории составления инвестиционных портфелей. Алексей Федоров на платном тренинге приготовил просто кучу авторских хитростей, методик, стратегий, которые не озвучиваются вообще нигде. Это именно его авторские наработки. Соответственно, все это люди получат. Дальше. Следующая целевая аудитория – это люди, имеющие крупный капитал. Эти люди хотят уметь его приумножать и узнать способы инвестирования своего капитала при минимальных рисках. Главное, что важно этим людям, это именно минимальный риск. Они хотят в первую очередь сохранить свой капитал и, естественно, его приумножить. Мы можем практически гарантировать среднюю доходность инвестиционного портфеля, который реально такие люди составят на практике во время тренинга. Он будет приносить 20-30% годовых. Конечно, цифры могут быть выше, но нужно понимать, что чем выше доходность, тем выше риск. И главное, чему мы будем учить таких людей, это находить идеальное соотношение между риском и доходностью. Следующая целевая аудитория – это инвесторы, уже имеющие практику инвестиций, которые инвестируют, которые знают, что это такое. Их цель – поиск новых стратегий, поиск новых знаний. Они хотят остаться на коне. Соответственно, огромное количество всех этих тайн, хитростей, стратегий и тактик мы им дадим. Следующая целевая аудитория – родители. Очень интересная целевая аудитория, которая может стать одной из самых горячих на самом деле. Потому что каждый родитель мечтает вырастить ребенка-миллионера, вырастить счастливого ребенка, вырастить богатого ребенка. Мало того, что мы будем учить, как с минимальными инвестициями можно вырастить действительно миллионный капитал, буквально откладывая
до 5000 рублей в месяц, можно за 15-20 лет к совершеннолетию ребенка создать ему капитал практически в миллион долларов. Это на самом деле, благодаря сложному проценту, это сделать очень даже легко. Мало того, как я уже говорил, будет дополнительный бонусный мастер-класс от Ларисы Федоровой, как передать ребенку навыки инвестирования, как передать ребенку навыки финансовой грамотности. Дальше, следующая целевая аудитория – это люди, имеющие финансовые трудности, погрязшие в кредитах, в долгах, они ищут выход из своей тяжелой ситуации. Таких людей мы можем научить контролировать свои финансы, составлять свой личный финансовый план, контролировать свои финансовые потоки. И вот благодаря именно вот этим практическим занятиям, одно из которых уже будет бесплатно 6 апреля, мы научим этих людей, как можно избавиться от всех долгов и кредитов, перестать жить в кредит от зарплаты до зарплаты и начать создавать капитал. Как найти выход из этой ситуации? Финансовый план сможет это все обеспечить. Дальше. Следующая целевая аудитория. Это молодые люди. Люди, которые только начинают свой путь во взрослую жизнь. Их цель в кратчайший срок построить свою финансовую независимость. У этих людей очень много целей, у них очень много мечт. Все это они могут исполнить благодаря нашему тренингу. Мало того, наш тренинг вот именно для этой аудитории им особенно полезен, потому что они могут в самом начале своего пути научиться грамотно управлять своими деньгами. А это действительно очень важно. Человек, который в 20-летнем возрасте пройдет этот тренинг, имеет все шансы к 35-летнему возрасту уже стать полностью финансово независимым, уйти на пенсию и жить только в свое удовольствие. Это, пожалуй, одна из самых сложных целевых аудиторий. Но, тем не менее, вот как раз для них этот тренинг будет особенно полезен. И, как я уже говорил, максимально широкая аудитория, по сути, все, кто зарабатывает деньги. Каждый человек, у которого есть определенный финансовый поток, он должен и хочет научиться этими потоками управлять и создавать для себя пассивный доход. Мы даем реальные практические навыки по инвестициям и по управлению личными финансами. И благодаря тому, что это не просто какие-то стратегии, которые работают сейчас, в данной ситуации, в данной рыночной фазе, в данной фазе экономики, мы даем именно фундаментальные навыки, которые будут работать на вас всегда, на протяжении всей жизни, в любых фазах мировой и российской экономики. Они всегда помогут быть на коне. И завершить свой рассказ про целевую аудиторию я хотел бы тем, что, по сути, целевая аудитория может иногда находиться в самых неожиданных местах. Порой именно неожиданные аудитории выстреливают лучше самых горячих, лучше самых целевых. И ваш талант как партнера находить новые целевые аудитории и прибыльные связки с нашим оффером, по сути, это ваш доход. И вот именно опираясь на этот талант, вы можете находить действительно такие категории, которые могут выстрелить. Приведу пример. Это могут быть пенсионеры. Мы никогда не целимся, не ставим в качестве целевой аудитории пенсионеров. Тем не менее, как показывает практика, до 20% всех покупателей – это люди пенсионного возраста. Еще один пример, который я хочу привести. На человека свалилось наследство. Он никогда не интересовался никакими продуктами, никакими тренингами. Вот тут оставили ему квартиру в наследство. У человека в руках оказался капитал в пару миллионов рублей. Что делать человеку с этим капиталом? По сути, обычный среднестатистический человек что делает? Ну, в лучшем случае купит себе машину, автомобиль, да? Или расширит свое жилье. Это в лучшем случае. В худшем случае он просто, этот капитал разлетится в никуда.
По сути, мы можем научить этого человека, как с помощью этого капитала он может обеспечить себе просто безбедную жизнь на пассивный доход. И вот такие неожиданные целевые аудитории, они могут возникать всегда. И они могут выстреливать просто огромными комиссионными для вас. Да, ребят, я хочу вмешаться, внимательно слушал Дениса, хочу вмешаться, потому что это действительно очень важная мысль. Вот, пожалуйста, осознайте ее, что по сути ваш хлеб как партнера – это умение находить целевые аудитории. То, что можем сделать мы, это рассказать о нашем предыдущем опыте, поделиться своими предположениями. Но вы как партнер должны тестировать, должны пробовать, придумывать и креативить. Так? И вот как раз, как написано на слайде, это определенного рода талант на самом деле находить то, что на языке арбитражников называется связки. Что такое связка? Это вот сочетание креатива, то есть той рекламы, которую вы делаете, и оффера того продукта, который делаем мы. Почему мы так подробно останавливаемся на продукте, на плане запуска, рассказываем, кому это, какие там будут предложения, какой будет формат участия, да? Именно для того, чтобы вы хорошо понимали продукт. Но креатив, это вот на сленге людей, занимающихся трафиком, это и есть то рекламное объявление, тот рекламный носитель, который вы размещаете в онлайне. Придумываете вы. И вот очень важно пробовать разные креативы, пробовать разные целевые аудитории. Огромное преимущество нашего продукта в том, что он цифровой, то есть он не ограничен какой-то географией. Здесь вот спрашивали, а подойдет ли продукт для, допустим, не граждан Российской Федерации, но русскоговорящих. Да, подойдет. Подойдет для... Ну, слушайте, сам автор живет в Испании и занимается инвестированием. Ну, конечно, подойдет для жителей любой страны, которая разговаривает по-русски. Поэтому вот это очень важная мысль. Ваш доход напрямую зависит от того, насколько изобретательны вы будете в поиске вот этих разных целевых групп. Да, и как раз. И здесь, кстати, в чате были уже, я видел версии, кто-то предлагал с такой стороны зайти к теме инвестирования, с другой. Это замечательно. Это вот правильный умонастрой, правильный образ мышления для успеха в партнерских программах. Не довольствоваться теми готовыми материалами и описаниями целевых аудиторий, которые мы дали, но придумывать свои, тестировать, проверять, не останавливаться. Да, вот этот вот слайд специально создан как раз вот в подтверждение слов Никиты. Вот здесь вы видите такого свободного художника. Потому что действительно ваш партнерский доход напрямую зависит от вашей фантазии, от вашего умения придумывать новые прибыльные связки. Взять просто все готовое и раскидать это по интернету, это не принесет вам комиссионных. Вам нужно самостоятельно создавать что-то новое и искать новые прибыльные связки. Денис, когда в следующий раз будешь вставлять фотографии курящих людей, не забывай внизу делать приписку. Демонстрируются табачные изделия. Курение вредит вашему здоровью. А то нас засудят. А лучше не курите, конечно. Да, ладно, идем дальше. Ну, по сути, о чем мы сейчас говорим? Ваша индивидуальность и уникальность – это залог вашего успеха. Мы об этом говорили на первой трансляции, мы об этом повторяем сейчас. Просто, если вы будете просто брать готовые материалы, которые мы вам даем, навряд ли принесут они вам много подписчиков, много комиссионных. Создавайте на их основе свои собственные рекламные материалы. Вот именно для этой цели мы вам даем все материалы с исходниками. Все баннеры, если вы обратили внимание, они все имеют исходники в фотошоповском формате. Вы можете их открыть. Там все по слоям, вы можете все отредактировать, вставить туда свои заголовки, заменить какие-то картинки. Пользуясь случаем, использовать их. Коль зашла речь, там я видел, мелькал в чате вопрос. Вот там, кстати, видел я вопрос. А что за PSD-формат, что с ним делать? Ну, ребят, во-первых, есть Google для таких вопросов. Валерий задавал. Да, скачал кучу баннеров с рекламой вашего курса. У всех есть файл PSD. Как найти код баннера, чтобы загрузить его на сайт? Валерий, поищите в поиске, как установить баннер на свой сайт. На самом деле все просто. Вы скачиваете архив, там есть картинки в файле JPEG. Вы загружаете этот файл на свой сайт, добавляете к нему свою партнерскую ссылку, и он начинает работать. Найдите в поиске, там ничего сложного,
Нет. На что еще хочу обратить ваше внимание. Вот PDF-отчет, который мы публикуем в рекламных материалах, который называется «Заголовки и слоганы». Вот это просто кладезь ваших идей. Если вы не знаете, что придумать нового, да, просто его открываете, берете оттуда какой-нибудь заголовок и на основе этой идеи открываете баннер, вставляете туда этот заголовок, меняете картинку, и у вас, по сути, уже получается свой уникальный материал. Берете следующий заголовок, под него пишете письмо по своей базе подписчиков. Вот она, ваша уникальность. Используйте его. Это действительно источник, кладезь ваших идей. Давайте идти дальше. Следите за новостями в группе «Киберсан-партнерки». Да, мы постоянно будем добавлять новые лендинги, новые рекламные материалы. Все это мы будем публиковать. Следите за почтой, заходите почаще в группу. Практически каждый день там появляются какие-то новые новости. Включайте мозг. Думайте, что вы рекламируете, как вы рекламируете и для кого вы рекламируете. Об этом мы уже говорили. Не стоит рассказывать холодному человеку, холодному трафику, что вы его сразу приглашаете на платный тренинг. Вы продвигаете бесплатный доступ к базовой части тренинга. Анализируйте целевую аудиторию, с которой вы общались. Чего хочет эта аудитория? Да, что им нужно? Какой повод вы можете им дать, чтобы их привлечь? Посмотрите на доступные подписные страницы, да, и какая из подписных страниц больше всего отвечает их поводу. Создавайте вот эти связки. У меня, кстати, еще есть совет. Дело в том, что, конечно, очень хорошо звучит заголовок. И главная рекомендация, главная прелесть работы в любой партнерской программе – то, что вы не продаете продукт. Это наша задача – продавать. Продавать всегда сложно, продавать не каждый умеет. Ваша задача – рекомендовать человеку продукт. Меня слышно сейчас? Вы просто… Я тут начал выступать с целой тирадой, и оказалось, что микрофон не включен. Друзья, я хотел прокомментировать вот предыдущий слайд. Там стоял такой достаточно жесткий заголовок, но справедливый. Он звучал «Включайте мозг». У меня есть небольшой совет для тех, у кого проблемы с креативом. И, ну, вот понятно, сейчас мы здесь собрались, 120 человек, энергетика так и прет. А вот все закончится, пройдет трансляция, уже… сядете за свое рабочее место, и будет сложно сделать то, что здесь написано, включать мозг, чего-то думать. Мой вам совет. Общайтесь со своими партнерами, то есть теми, кого вы привлекли под себя, с партнерами второго уровня. Мы об этом подробно 18 числа рассказывали. Это очень крутая вещь, объединяться в группы. Да? Для тех, кто переживает, что, а как же, там, допустим, мы объединились в группу, и один источник трафика используем, но можете не обсуждать какие-то там конкретные детали, но просто совместно устраивать мозговые штурмы, обсуждать продукт, обсуждать варианты позиционирования, лучше всего в группе. То есть вы, если воспользуетесь этим советом и будете не в одиночку пытаться включить свой мозг, а работать с напарником, с партнером, а лучше целой группой, то вы удивитесь, как много интересных идей придет в том числе и в вашу голову. Вот такая вам рекомендация. Если сложно в одиночку, ищите союзников, ищите партнеров и вместе работайте. Или, по крайней мере, хотя бы вместе обсуждайте, просто вместе генерируйте идеи. Потому что вот эта известная притча о том, что если у меня есть яблоко, и у Дениса есть яблоко, и я дал свое яблоко Денису, то у меня не осталось яблока. А если у меня есть идея, и у Дениса есть идея, и я ему рассказал его идею, а он мне свою, то у нас у каждого по две идеи стало. Вот так работает этот принцип, когда речь заходит о творчестве, речь заходит о том, что необходимо что-то придумать, скреативить, да? Объединяйтесь в группу, и вам будет гораздо проще. Угу. Да, о том, что я уже говорил, главная прелесть работы в любой партнерской программе в том, что вы не продаете продукт, вы его рекомендуете. Вам очень многие люди, да, не любят слово «продажа», не любят продавать. Вам не нужно ничего продавать, вам нужно лишь порекомендовать человеку, где есть решение его проблемы. Все просто. Рекомендуйте человеку именно решение проблемы. Как я уже говорил про целевые аудитории. Ваша задача в первую очередь, когда вы решили, откуда привлекать трафик, ваша задача понять, что это за аудитория и какая у этой аудитории проблема. А дальше просто порекомендуйте человеку, где можно решить его проблему. Причем бесплатно.
Просто дайте ссылку. Зайди сюда и реши свою проблему. Все. Дальше. Рекомендуйте, помимо проблем, рекомендуйте ценности продукта. Какие ценности несет Киберсант Инвестор? В первую очередь это финансовая безопасность. Это финансовая свобода. Это свободный стиль жизни. Это семейные ценности, которые нитью просто идут через весь наш запуск. Да, семейные ценности, на которые мы опираемся. Алексей Федоров, автор тренинга, у него дочка, у него сын. Это человек-семьянин, который вместе с семьей постоянно путешествует, который, в принципе, всего добился ради своей семьи. И эти семейные ценности мы тоже транслируем красной нитью через весь наш продукт. Рекомендуйте эти ценности людям. Это счастливая жизнь, это исполнение своих целей. И рекомендуйте выгоды продукта. Сейчас вебинар у нас идет уже достаточно долго, поэтому я хотел остановиться подробно на полном списке выгод. Но давайте не будем терять время. В рекламных материалах, в файле слоганы и заголовки вы можете получить полный список выгод. Опирайтесь на них и рекомендуйте их людям. Все там есть. Там их около 30 выгод, которые реально несет тренинг Киберсант Инвестор. Давай подытожим. Рекомендуем решение проблемы. Так. Причем бесплатное решение. Рекомендуем выгоды и опираемся на ценности продукта. Вот это очень важный слайд в плане позиционирования. Я даже знаю, что Денис думаю, что нам надо будет помимо записи дать еще вот эту презентацию в рекламных материалах партнерам, чтобы люди, которые присутствовали в онлайне, чтобы потом все не пересматривать, смогли просто их перелистать. Это возможно? Вот давай договоримся, что так мы и сделаем. Конечно. Очень важные вещи. Кто занимается рекламой, он понимает, насколько это... Вот я вижу, да-да-да, что у нас согласны с этим предложением. Хорошо, завтра презентация будет выложена, запись, и там же будет выложен исходник вот тех слайдов, которые мы сегодня используем. Все, ребят, я вас услышал, замечательно, мы это сделаем. Я лишь хочу подчеркнуть, что вот эта часть презентации, которую Денис озвучил, последние несколько слайдов, очень важна, когда вы позиционируете... Можете использовать это как чек-лист перед тем, как отправить письмо. Вот вы, например, написали письмо, если вы такой канал рекламы используете, какие мейл-базы. Вот эти слайды посмотрите. Или вы опираетесь на выгоды, или вы рассказываете просто о том, какой замечательный продукт. Пошли дальше, Денис. Угу. Момент, о котором я хотел упомянуть. У нас в издательстве InfoDVD есть рейтинг надежности продукта. Мы всегда опирались в первую очередь при продаже наших продуктов на честность и порядочность. И мы сразу изначально заявляем людям, что они могут ожидать от этого продукта. Вот здесь есть ссылка, Никита, может скинешь в чат ссылку на рейтинг надежности наших продуктов. У нас есть три категории продуктов. Это красный уровень доверия, золотой уровень доверия и зеленый уровень доверия. Зеленый уровень доверия – максимальная надежность. И именно этот уровень мы ставим тренингу «Киберсант Инвестор. Перезагрузка». В первую очередь, помимо того, что мы на 100% гарантируем качество этого продукта, мало того, мы людям даже готовы гарантировать на 100% money-back по этому продукту. И здесь вы должны понимать, что, возможно, отчасти, да, обязательно такие манибеки будут. Но, как показывает наша статистика, это меньше, чем даже 0.5%. Да, это абсолютно единичные, случаи, но конверсию, конечно, сильно повышает. Я чуть разверну мысль. Ребят, давайте вопросы не по теме в другой раз. Или в группу, или куда-нибудь в службу поддержки. У нас по теме слишком много вопросов, мы не успеваем. Итак, что сказал Денис? Что Киберсант Инвестор перезагрузка – это один из немногих, на моей памяти, второй продукт нашей истории, который получит зеленый рейтинг надежности, максимальная надежность. На продающем сайте вверху будет висеть вот такой вот замечательный зеленый значок. Какие обязательства на нас, как на продавца, накладывает вот этот рейтинг надежности?
Мы гарантируем всем, кто будет проходить обучение и выполнять домашние задания, что они получат положительный результат. Если они не получат обещанного результата, мы делаем им полный манибэк. Денис уже сказал, что по статистике наших предыдущих запусков, таких людей единицы. То есть они встречаются меньше, чем один из ста. Как правило, все довольны. И данная тема, она еще такую специфику имеет, что она не предполагает быстрых результатов. Поэтому здесь как бы уровень негатива однозначно будет сведен к минимуму. Но, тем не менее, вы должны быть готовы, что если вы привлечете, скажем, несколько сотен покупателей, что несколько человек из них могут затребовать возврат. Здесь в чате был вопрос, кстати говоря, насчет того, какой у нас холд. Холд – это период задержки. Во всех стандартных партнерских программах есть такой холд. То есть вы продали что-то, а комиссионные вам выплачиваются через какое-то время. Причем даже обычно в правилах пишут, что это время может быть там продлено, например, на проверку трафика дополнительное время потребуется, и очень многие партнеры от этого страдают. Вот я хочу сообщить, что у нас такого холда нету. Капнула вам денежка, а капает она автоматически, как только клиент оплачивает счет. Вы в тот же день можете вывести деньги. Причем вам даже запрашивать вывод не нужно. Мы их сами выплачиваем с периодичностью 2-3 раза в неделю. А если вам нужно срочно, вы можете написать службу поддержки, и, как правило, в рабочие часы этот вопрос решается на раз-два. То есть холда у нас нету. Но при этом, смотрите, какая может возникнуть ситуация. Вы сделали продажу, получили комиссионные, вам начислились они на баланс, мы их вам выплатили, а потом предполагаем, что у нас только одна продажа, а потом человек затребовал возврат. В этом случае эта сумма, которая уже была выплачена вам, она с баланса аккаунта спишется. То есть если вы реально заработали 100 рублей комиссионных, а потом человек вернул продукт, то у вас на балансе будет минус 100 рублей. Повторюсь, эта ситуация, конечно, такая фантасмагоричная, то есть она вряд ли возможна в реальном мире, но вы должны быть готовы к тому, что небольшой процент людей может требовать возврата. И, естественно, по возвратам комиссионные не выплачиваются, потому что комиссионные мы платим за клиентов. Если человек пришел, положил деньги, а потом их забрал, то, естественно, и продажи не было. Я надеюсь, что это понятно. Почему мы хотим на этом моменте остановиться? Что, во-первых, у вас не было неприятных сюрпризов, а во-вторых, мы объясняем вам свою позицию, потому что в других партнерских программах как делают? Просто делают холд, комиссионно выплачивают уже после того, как запуск проведен, после того, как все возвраты выплачены, если они были, и партнер просто вот этой информацией не владеет. Поскольку мы весь риск принимаем на себя, то есть мы сразу же после продажи начисляем партнеру комиссионные и сразу же их выплачиваем, соответственно, для партнеров это более выгодные условия, но вот такой элемент возникает. Пускай это вас... Во-первых, я желаю вам, чтобы ни у кого из ваших клиентов не было возвратов, но если такие единичные случаи будут, ну, не обессудьте, что с вашего баланса эта сумма будет обратно изъята. Повторюсь, никаких штрафных санкций к партнерам мы не применяем, чтобы ни в коем случае меня неправильно не поняли с этим отрицательным балансом. Отрицательный баланс может возникнуть только если вы сделали продажу, вам выплатили, а потом клиент запросил возврат. Но, повторюсь, это маловероятно, скажем так, дипломатично. Хорошо, идем дальше. Самое главное, что должно быть в вашей работе, чтобы вы получили максимальное комиссионное. Работайте в полную силу. Не останавливайтесь. Весь апрель и дальше, после апреля, в мае, весь этот год, делайте множественные касания с аудиторией, которая у вас есть со всех сторон. Ищите новые каналы трафика. Придумывайте новые и новые связки и инфоповоды для касания к своей аудитории. Таких инфоповодов могут быть тысячи. Введите их на подписные страницы. Как я уже говорил сегодня, перепробуйте все подписные страницы сначала. Перепробуйте различные выгоды для людей. Да? Попробуйте вести трафик на фронтенд. Можете в дальнейшем вести их напрямую на трансляции, на занятия, которые идут, проходят. Напрямую на видео, которое публикуется в группе, на группу. Инфоповодов может быть тысяча. Главное, не останавливайтесь и продолжайте все время работать и привлекать новый трафик. Самое, пожалуй, неэффективное, что может совершить партнер, у которого есть, допустим, своя база подписчиков, это отправить одно письмо, прорекламировать нас и забыть. И ждать, что на него свалятся комиссионные. Нет, так не сваливаются. Посмотрите, как работают те же самые топовые партнеры. Тот же самый Евгений Вергус, которого мы упоминали. Да, эти люди, если они начинают работать в какой-то партнерской программе, они погружаются в нее с головой.
Они высылают несколько целых серий писем по своей базе. Мало того, они лично начинают общаться, лично привлекать людей. Они используют все возможные способы, чтобы максимально выжать из партнерской программы все до капли, чтобы привлечь сюда максимально подписчиков, а потом уже в мае получить свои комиссионные в максимальном размере и продолжать получать их все лето. Я надеюсь, эта мысль вам понятна, и она должна быть самой главной в вашей работе. Самой главной в вашей работе на этом запуске. Анализируйте подписные страницы, которые мы вам даем, в связке с вашей аудиторией. Если вы обратили внимание, каждая подписная страница, она предназначена для конкретной проблемы. Она закрывает конкретную проблему или предлагает конкретную выгоду. Соответственно, каждая подписная страница предназначена для разных целевых аудиторий. То есть перед тем, как начать что-то рекламировать, обратите внимание, что у вас за аудитория, обратите внимание, что за, на какую подписную страницу вы собрались вести эту аудиторию. И подумайте, насколько эта связка будет продуктивна, насколько она будет выгодна. Как я уже говорил, создавайте различные инфоповоды для вашей аудитории. И опять же, ищите связки. Да, конкретный инфоповод, конкретный вход. К примеру, вы придумали, ну, инфоповодом может быть, допустим, как создать счастье в семье, финансовое счастье в семье. Да? И у нас есть подписная страница, которая заточена как раз именно вот на эту ценность, на семейную ценность. Вы придумали инфоповод для аудитории, что можно зарабатывать на доверительном управлении. Соответственно, входом в данный момент может быть вход через лендинг фронтенда, через продажу видеокурса по доверительному управлению. Инфоповодом может быть наша онлайн-трансляция. Соответственно, вы можете сгенерировать ссылку и дать людям свою партнерскую ссылку сразу на вход на конкретное занятие. Занятие, которое будет по личному финансовому планированию. Чем не инфоповод? Можно использовать. Занятие, которое будет по аукционам банкротства. Это, по сути, целый отдельный инфопродукт, который можно было бы продавать. Отличный инфоповод. Дать возможность получить его людям бесплатно. И следующий слайд, который дополняет это, и о чем мы говорим на протяжении всей нашей сегодняшней трансляции. Изучайте доступный вам трафик и ищите целевые связки, которые дадут вам действительно возможность продуктивной работы. Связка состоит всего из 4 пунктов, и вам нужно их вместе связать, чтобы получить действительно продуктивность. Конкретная аудитория, конкретная проблема или интерес этой аудитории, конкретная выгода, которая закрывает эту проблему, либо отвечает на их интерес, и которая ведет на конкретный вход на наши воронки. Ищите вот эти связки, которые дадут вам максимальную возможность продуктивно работать в нашей партнерке. И последний слайд. Ну, хочется просто обратить внимание тех партнеров, которые приводят трафик тысячами просто посетителей, а толку от этого трафика нет. Друзья, запомните раз и навсегда, уясните это для себя, для всех партнеров, не только для нашей. Нет никакого смысла использовать мусорный трафик. Реклама в буксах, спам. Можно рекламировать вот просто по целевой аудитории, которая действительно может быть заинтересована нашим продуктом, но без анализа этой аудитории, без поиска их проблем. Просто тупо дать им ссылку, вот посмотри, классный курс. Это не будет работать, это никогда не принесет вам комиссионных. Да, друзья, под мусорным трафиком подразумеваем любые предложения, типа заплати рубль и получи 1 000 000 посетителей на свой сайт. То есть везде, где вам предлагают по очевидно заниженным ценам трафик, это называется буксы, это называется система активной рекламы, это называется спам, там не пойдет такой продукт. Здесь вот выше Ярослав в чате писал, что продукт серьезный для серьезной аудитории. Это действительно так. То есть пускай это не накладывает на вас каких-то таких, скажем,
ограничивающих убеждений, что вот только там какие-то книжные черви, академики и люди с тремя высшими образованиями купят, да, но явно не купят те школьники, которые сидят в буксах, явно не купят люди, которые там открывают спам и так далее. Поэтому любые копеечные приложения трафика, вы вообще про них забудьте. Всякий раз, когда вы в интернете натыкаетесь на очередное предложение вложить рубль и получить миллион посетителей на свой сайт, закрывайте. Это обман или это какая-то накрутка, которая ничего общего не имеет с целевым трафиком. Целевой трафик стоит денег, причем с каждым, хотел сказать, месяцем, с каждым днем дорожает. Появляются специалисты, которые уже начинают между собой конкурировать, поэтому мусорный трафик как явление вообще не должно представлять для вас интереса, как для партнеров. Денис правильно сказал, что это касается не только нашей партнерки, но и вообще любых других партнерских программ. Да, вот здесь вопрос от Дмитрия. Где найти тех, кто будет заинтересован в продукте? Дмитрий, во-первых, заинтересован в бесплатном продукте, в бесплатных занятиях. И заинтересованы, по сути, мы говорим, что у нас максимально широкая целевая аудитория. Таких людей просто миллионы в интернете, да? И ваша задача как партнера, ваше умение просто заинтересовать этого человека нашим продуктом. Найти, в чем его проблема, в чем его интерес, и показать, как наш продукт может ему помочь. И просто порекомендовать. Вот здесь бесплатное занятие. Приди, посмотри. Все остальная задача продавать, это уже наша задача. Ваша задача только порекомендовать бесплатное. Угу. Денис, я тут сохраняю вопросы. Если у нас будет время, мы на них ответим. Давай двигаться дальше, да, по трансляции. Да, у нас уже подходит трансляция к концу, так что мы чуть позже ответим на все ваши вопросы. А давайте я все-таки продемонстрирую. Я таких обещаний не давал. Мне тут список этих вопросов пополняется. Ну, хорошо. Большой, да? Ну, ладно, ничего страшного. Так, давайте продемонстрируем, пробежимся по рекламным материалам. Вот это самое главное. Давай экран покажем. Потому что несколько раз повторяется этот вопрос. Ребят, все, кто до сих пор не разобрались, смотрите внимательно. Денис сейчас показывает свой экран. Экран видно? Да. Отлично. Вот смотрите, вот ваш партнерский кабинет, в который вы заходите изначально. Вот здесь сверху рекламные материалы для проекта Киберсант Инвестор Перезагрузка. Вот здесь по этой ссылке рекламные материалы именно по привлечению подписчиков на проект. А вот чуть ниже рекламные материалы для Киберсант Партнерки. Вот здесь рекламные материалы для привлечения партнера второго уровня. Давайте вот зайдем для начала в партнера второго уровня. Что у нас здесь есть? Во-первых, вот основные лендинги. Кликнув на каждую из этих ссылок, вы можете посмотреть, что за лендинги. Чтобы создать свою... Денис, есть предложение к тебе. Давай масштаб увеличим. Это, по-моему, Shift Plus или Ctrl Shift Plus. Тогда будет ребятам лучше видно. Нет, что-то у тебя не... Ага. Вот. Отлично. Да, так будет лучше видно. Супер. Угу. Вот, то есть, вот они основные лендинги, да, для привлечения партнеров. Как создать свою реферальную ссылку? Нажимаете на одну из этих кнопочек. Да, во-первых, вы можете кликнуть по любой из этих ссылок и в новом окне посмотреть, что из себя представляет целевая страница. То есть, да. напрямую попасть. Давай кликнем на какую-нибудь. Вот, и увидеть, куда будет переадресован ваш партнерский трафик. Так, вот если вы выбрали данную страницу, то вы возвращаетесь в партнерский аккаунт и кликаете «Создать реф-ссылку». То есть реф-ссылка – это уже ваша персональная партнерская. Да, название пишите абсолютно любое, это название для вас, оно нигде больше не фигурирует, это, чтобы вы понимали, что это за ссылка. Допустим, назовем ее «Ссылка 1», нажимаем «Сохранить». И вот в таблице внизу ссылка 1, она у вас появилась. Вот непосредственно сама ссылка. Вот именно вот эту ссылку вы берете, копируете и начинаете ее продвигать. Таких ссылок вы можете создавать сколь угодно много. Вот, если у вас несколько источников трафика, если у вас вы создаете несколько рекламных объявлений, да, вы можете под каждый источник, под каждое свое объявление, под что угодно создавать отдельные реф-ссылки и отдельно смотреть по ним статистику. Мало того, как я уже говорил, все вот эти вот цифры статистики в таблице, они кликабельны.
То есть вот это у нас общее количество переходов, сколько прошло по вашей ссылке. Здесь вы можете кликнуть, посмотреть, что это за переходы, откуда они пришли. Все подробно. Кликнув вот здесь, вы можете увидеть всех партнеров, которых вы привлекли. Соответственно, здесь есть их данные, вы можете с ними связаться. У некоторых партнеров вы увидите вот такое «конфиденциально». Это означает, что партнер у себя в настройках установил конфиденциальность, чтобы вы не смогли увидеть его контактные данные. Не хочет он с вами общаться, значит. Да, такое тоже бывает. Но очень редко, на самом деле. И ниже непосредственно вы видите уже сами рекламные материалы. Угу. Это все сейчас, друзья, вы видите рекламные материалы, которые мы уже показывали 18 числа, то есть заточенные под привлечение партнеров, так? Да. Теперь переходим к рекламным материалам, которые вот сегодня, или вчера ночью, или сегодня, я уже не помню, выложены уже непосредственно для привлечения людей на Киберсант Инвестора. Да, вот, что касается Киберсант Инвестора. Напоминаю еще раз, вот ваш основной партнерский аккаунт. Вот здесь вот кликаете на ссылку и переходите на рекламные материалы для привлечения подписчиков. Сейчас в данный момент вам доступны вот 4 подписные страницы. Вы можете кликнуть каждую из них, посмотреть, что она из себя представляет. Также создаете рефссылки и рекламируете, привлекаете. Подписные страницы мы еще будем сюда добавлять, так что следите за рекламными материалами. Вот здесь вот ниже все необходимые... Секунду, Денис. Обратите внимание, там у нас было привлечение партнеров, поэтому вы видели только регистрации. Здесь уже идет привлечение трафика, заточенного под покупку, так? Целевого трафика. Да, поэтому статистика немножко другая. Здесь другие колонки. Давай, Денис, покажемся. Да, в статистике что вы видите? По каждой ссылке вы видите количество переходов, вы видите количество подписчиков, которые из этих переходов реально подписались и подтвердили свою подписку. И вы видите счета, которые выписали эти подписчики. Да, небольшой нюанс. Друзья, смотрите, переходы, счета, это все в режиме реального времени отображается. Подписчики с небольшой задержкой. Она может занимать, как правило, она составляет несколько минут, может занимать до 15 минут. Если вы не хотите ждать, есть ссылочка «Обновить». Так, если вы на нее нажмете, то пойдет принудительный запрос к нашему рассылочному сервису, и он пересчитает вам данные. То есть не переживайте, если вы прошли сами по своей рефссылке, чтобы протестировать, подписались и не увидели циферку 1 в колонке «Подписчики». Нажмите кнопку «Обновить», и тогда увидите. То есть отображение подписчиков отображается с небольшой задержкой. И я чуть-чуть поправлю Дениса. Он сказал, что отображаются только активированные подписчики. На самом деле мы все-таки приняли решение отображать вообще всех подписчиков. Если требуется, мы потом в будущем ведем сегментацию, все подписчики и активные. Но пока, потому что очень много было запросов от партнеров, которые вводили фейковые данные, не подтверждали подписку, а потом бежали к нам в службу поддержки и говорили: у вас не работает, я подписался и в статистике не отображаюсь. То есть, грубо говоря, вы здесь видите статистику попыток подписаться. В зависимости от качества вашего трафика, 80% из этих людей – это активные подписчики. Угу. Так, идем дальше. Ниже. Здесь вы видите все важные ресурсы, которые вам понадобятся в работе. Это ссылка на группу для партнеров, на нашу партнерскую группу. Здесь вот опубликована, кстати, первая закрытая трансляция, ее запись. Здесь же мы опубликуем запись сегодняшней нашей трансляции. Здесь же про конкурс чуть дальше. Ссылка на рекламные материалы для привлечения партнеров второго уровня. Ссылка на рекламные материалы для фронт-энд продукта, для видеокурса. И ниже непосредственно сами рекламные материалы. Это портрет целевой аудитории, шаблоны писем для рассылок, графические материалы, баннеры, заготовки для постов в социальных сетях и так далее. Вся графика вот здесь в архиве. Слоганы и заголовки, и видеоматериалы. Тоже будем их сюда пополнять. Вы можете их, видеоматериалы, скачивать, редактировать, публиковать на своих каналах. Главное, помните про правила уникальности. Нет никакого смысла просто скачать, залить видео на свой канал и ждать, что к вам сейчас побежит трафик. Толку от этого нет.
скачали, отредактировали, добавили к нему свое описание, свою ссылку, можете добавить свое вступление, записать. Это все пойдет только вам на пользу. Что касается рекламных материалов, мы обещали дальше рассказать, как сгенерировать партнерские ссылки куда угодно. Да? Да, и люди ждут этого. Вот смотрите, переходите на главную страницу вашего рекламного кабинета, партнерского кабинета, прошу прощения. Идем в самый низ. И вот здесь модуль рекламных кампаний называется. Кликаем на него. Да, можно попасть быстрее, смотри, Денис, вверху, в самом верхнем меню. На всех страницах это сквозная ссылка. Смотрите, в самом верхнем меню есть на главную и буквально следующий пункт компании. Компания. Угу. А вот здесь уже придется так вниз идти. Да, вот здесь идем вниз, нажимаем «Добавить компанию». Угу. Название компании, опять же, это вы пишете для себя. Я поясню. Во-первых, там есть урок по модулю компаний. Я пока поясню просто, чтобы было понятно с терминологией. В данном случае под компанией подразумевается просто группа ваших партнерских ссылок. Да. И вы можете сами создавать эти компании, то бишь группы партнерских ссылок, в каждую неограниченное количество компаний, неограниченное количество партнерских ссылок в каждой из компаний. Когда вы используете тот стандартный генератор, который мы вам даем, мы сразу же автоматически для вас создаем компанию по умолчанию. Вот видите, даже на данной странице видны компании «Мои ссылки для запуска Киберсант Инвестор перезагрузка». То есть это те группы ссылок, которые мы для вас создали автоматически. Они помечены иконкой вот такой вот нашего издательства InfoDVD. То есть эти компании не редактируются, можно только добавлять в них ссылки через страницу рекламных материалов, то, о чем мы вам чуть раньше показывали. Но есть также возможность создавать собственные группы ссылок, в нашей терминологии это компании, и добавлять в них ссылки на любые наши страницы, получая в ответ партнерские ссылки. Вот это сейчас Денис вам покажет. Итак, первым делом мы придумываем название компании, да? Ну, допустим, я хочу приводить трафик напрямую на трансляции, на бесплатные трансляции, которые будут происходить в группе базового Киберсант Инвестора. Я создаю компанию, которая называется «Трансляции», нажимаю «Сохранить» и здесь дальше нажимаю «Добавить страницу для компании». Угу. Название страницы. Опять же, это я пишу для своего удобства. Ну, допустим, напишу «Первое занятие». Да, если вы используете несколько видов трафика, вы можете на одну страницу, то есть на одну трансляцию, создать несколько партнерских ссылок. То есть это не запрещается. Да. И дальше. Вы можете абсолютно на любую страницу нашего инфоклуба или сайта InfoDVD создать свою партнерскую ссылку. Uh-huh. Вот куда угодно. Можете вот выбрать вот интервью с Алексеем Федоровым, да? Uh-huh. Допустим, зайти на него. Отсюда берем, копируем ссылку этой страницы. Вставляем ее сюда. Да. Друзья, небольшое только предостережение хочу сделать. Ну, такой технический нюанс, но может быть неприятным. Перед тем, как добавлять произвольную ссылку, послушайте, проверьте, как она отображается в анонимном режиме браузера. Вот, Денис, давай эту ссылку откроем сейчас в анонимном. У тебя Chrome, насколько я вижу, или Firefox. Вот мы можем открыть сейчас анонимный режим и проверить, как эта страница будет отображаться. Потому что вы можете случайно, не специально взять какую-то, ну или да, можешь выйти из аккаунта и проверить, взять какую-то ссылку, которая требует авторизации. И человек вот возьмет и попадет, пройдет по вашей ссылке, смотрите интервью с Федором, а попадет на страницу входа в инфоклуб. Ну, он офигеет от такого предложения. Поэтому обязательно проверяйте, как ссылка выглядит в анонимном режиме браузера, то есть без кук, без авторизации и так далее. Это, я понимаю, что такой странный технический момент, но поскольку, вот, я так понимаю, эта тема интересует тех, кто дополнительные возможности ищет, у нас есть возможность создавать партнерские ссылки на свои страницы, но проверяйте, чтобы они вели именно туда, куда нужно вашим подписчикам. Вот мы видим в данном случае, что неавторизованный человек видит данную страницу следующим образом. Вот. И, соответственно, если он пройдет по вашей ссылке и примет участие в данной группе, внизу вы видите, например, ссылку «Зарегистрироваться», «Стать участником группы», слева она также есть, то он закрепится за вами. Угу. Так, вставили мы ее сюда и нажимаем «Сохранить».
Да, и вот короткая ссылка, это вот то, что... Ну, можем и первую, и вторую использовать, просто мы скоро первую мы выкинем, оставим только короткую. Она продолжит работать, но поскольку и пока это не... Да, вот эта ссылка. Берете ее и рекламируете. Uh-huh. Когда мы переходим по ней, переходит туда, куда нужно, а вам засчитывается это как партнерский переход. Uh-huh. Но, опять же, как мы говорили в самом начале трансляции, такие инструменты стоит использовать только в качестве дополнения, когда вы уже исчерпали все свои основные ресурсы. Да. Все-таки эффективнее всего привлекать людей именно на начало воронки, именно на вход в воронку. Угу. Так, ну, собственно, и все, что я хотел показать по презентации. Угу. Друзья, если что-то осталось... материалом, я имею в виду. Да, вот. Друзья, если что-то осталось непонятым, вы сейчас самое время задать вопрос, имею в виду использование рекламных материалов. Я понимаю, что уже второй час работаем, многие устали, многие пошли своими делами заниматься, кто-то решил трансляцию смотреть. Вот Денис так опрометчиво показывал рекламный материал и сказал, а сюда мы выложим запись. Забыл только добавить, что если сегодняшняя трансляция когда-нибудь закончится. Хорошо, вопросов в чате нету, поэтому мы можем идти дальше. Так, давайте, у нас осталось совсем чуть-чуть. Давайте уже это победим сегодня. Что делать новичкам? Очень много вопросов поступает. Я так понимаю, что среди наших партнеров действительно много новичков. Поэтому давайте все-таки разберемся с этим вопросом. Что делать, если вы не знаете, как привлекать трафик, не знаете, как работать в партнерских программах? По сути, у вас есть 4 выхода. Первый – это работать в партнерке второго уровня. То есть привлекать партнеров, которые умеют привлекать трафик, которые умеют работать в партнерских программах. Как привлекать таких людей? Через личное общение. Знакомьтесь с ними, разговаривайте с ними, заинтересовывайте их и приглашайте в нашу партнерку второго уровня. Если они привлекут подписчиков, если они получат много продаж, вы получите 20% от их заработка. На самом деле все просто. Но здесь важно предостеречь... Как строить это личное общение? Друзья, ну, здесь оно должно быть, во-первых, это должно быть знакомство, да, и это должно быть именно на уровне общения с человеком. Не просто, эй, привет, вот ссылка, зайди, там круто, как это большинство людей делают. Никто никогда не реагирует на такие ссылки. Я обычно, когда вижу вот такое сообщение в социальной сети или письмо, да, я просто прохожу мимо, не смотрю. Иногда, когда я в плохом настроении, я еще кнопку спам нажму там или пожаловаться в социальной сети. Так вот кто эти люди, которые кнопку спам нажимают. Вот, поэтому начните со знакомства, начните с выяснения потребностей, что нужно человеку. И потом предложите ему, заинтересуйте человека, расскажите ему выгоды, какие он может получить. Через общение вы можете привлекать таких людей. Далее, как продвигать саму Киберсан-партнерку, да, как привлекать подписчиков. Вы можете рекомендовать своим друзьям, как реальным друзьям, да, в офлайн-жизни, так и своим друзьям в социальных сетях. Таким же самым образом, через личное общение. Вы, когда общаетесь с человеком, вы уже понимаете, что этому человеку интересно, чем его можно заинтересовать. Ваша задача только найти ответ на вопрос, а как его теперь заинтересовать? Как ему преподать партнерскую ссылку на бесплатную подписную страницу, чтобы ему это было интересно? Ну уж ответ на этот вопрос придумайте самостоятельно. Дальше. Вы можете пройти обучение по партнеркам. Обучений по партнеркам сейчас много. Ну, чтобы не было лишней рекламы, конкретно рекомендовать никого не буду. Но, тем не менее, если вы новичок, если вам действительно интересно зарабатывать на партнерке, ну, стоит у кого-то поучиться. И совет, который мне, возможно, некоторые не простят. Вы можете найти топ-партнера, который рекомендует нашу партнерку, который участвует в нашей партнерке. Обратитесь к нему напрямую. Зарегистрируйтесь в его втором уровне по его партнерской ссылке. Создайте новый аккаунт. И попросите его, чтобы этот человек вас научил. Тоже вариант. Почему нет? Используйте его. Я надеюсь, я ответил
достаточно подробно на вопрос. Есть одно дополнение, очень хорошо продолжающее. Альфред, ну не поняли, давайте в другом месте пообщаемся на эту тему. Сейчас не про спам речь. Очень хорошо дополняет то, что сказал Денис, вот касаемо варианта обращаться к топ-партнерам. Самое главное, не нойте. То есть не исходите из позиции жертвы. Если вы приходите из позиции ученика, ответственного, трудолюбивого, работоспособного, не ленящегося, то вам помогут. А если вы приходите с таким умонастроем, что вам что-то должны, что все кругом плохо, все разваливается, люди не откликаются, люди пассивны, мир какой-то не такой, какая-то фатальная ошибка, то, естественно, от вас все будут отмахиваться. Так? Поэтому вполне имеет право на жизнь вот этот совет обращаться к топ-партнерам. Тем более, что мы реально видели, как некоторые из партнеров наших конкретно так и продвигают киберсант-партнерку. Они говорят, регистрируйтесь под меня, я буду помогать вам, то есть участникам моей команды. Ну, поищите в интернете, кто такое предлагает, и выберите себе учителя. И еще одна мысль у меня проскочила. Вот, это будет такой приятный сюрприз для тех, кто все-таки пережил первые 2 часа трансляции. Те, кто пропустит это... Хорошо. Вот Денис когда рассказывал про то, что лучший способ продажи – это рекомендация, особенно личная рекомендация, общение, консультация. Это действительно так. Лучше всего продает консультация. И что вы можете применить? Вот давайте сложим кусочки пазла, которые у нас были. У нас были подписные страницы, у нас было предложение фронтенда после того, как человек подписался. У нас были отдел продаж. Это вот я слайды напоминаю, которые мы вам рассказывали. Вы можете человека направлять на подписную страницу со следующим сообщением. Дружище, иди вот сюда, введи свой email, на следующей странице введи свой телефон, а у нас сейчас форма регистрации работает, форма подписная работает так, что человек вводит email, а на следующей странице ему делается специальное предложение, где просят телефон ввести. Так вот, вы можете человека направлять на эту страницу, говоря, что иди вот там оставь свой телефон, и тебя проконсультируют. Потому что наши продавцы, они реально занимаются консультацией. Они звонят и выясняют, какая у человека проблема, какая у него потребность, чего он хочет, на каком уровне развития он находится. Да? А причем консультация по фронтенду, она же будет такой вводной, бесплатной. То есть там не будет продажи киберсант-инвестора. Поэтому вы абсолютно не краснее можете своим подписчикам, своим друзьям, своим коллегам говорить, что вот иди туда, тебя проконсультируют. А дальше уже задача нашего отдела продаж, максимальной конверсии, закрыть этих людей. Конечно, не после первого касания, а уже в апреле, когда пойдут платные версии тренинга, закрыть их клиентов, которые закрепятся за вами. Поэтому вот такая вот идея, направляйте людей на наши формы, чтобы они не просто подписались на какую-то рассылку, а оставили свой телефон, чтобы получить бесплатную консультацию. Вот пользуйтесь. Мне кажется, что это очень неплохо сработает. Тем более, что наши продавцы действительно молодцы. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не перехвалить, но очень радует, и динамика положительная, и март был рекордным, ну прям не стыдно, да, вот за ту команду, которая у нас сейчас в отделе продаж работает. Ну, на самом деле мы подошли уже к концу нашей сегодняшней трансляции, поэтому, Никита, если есть там вопросы, которые действительно важные, давай на них отвечать. Так, а про конкурс мы будем что-нибудь или ты решил это... Ну, я решил это наконец уже на сладкое, на самое оставить и завершить на позитивной ноте нашу сегодняшнюю встречу. Куда уж дальше. Так. Благодарят нас вам, ребят. Спасибо, что пришли, что проявляете интерес. Посмотрю сейчас, какие вопросы я по ходу трансляции выносил себе. Ну, вот был вопрос насчет цен на продукты. Денис, мы проговаривали сами цены итоговые на продукты? Нет, итоговые цены мы не проговаривали. Смотрите, цены, они еще, конечно, будут уточняться, будут корректироваться. Вот. Я сейчас могу вам озвучить только ориентировочные цены на продукт. Да? Минимальная версия будет стоить 8 тысяч рублей. Дальше будет версия за 16 тысяч рублей, за 25 тысяч рублей, за 35 тысяч рублей. Будет версия VIP-версия, это индивидуальный коучинг, она будет стоить более 100 тысяч рублей. Опять же, цены все будут корректироваться. Плюс будет работать система скидок, она будет плавающая, гибкая. То есть это уже процесс самого релиза. То есть в некоторые дни мы будем случайно выкидывать людям максимальные скидки, буквально до 10 тысяч рублей, чтобы они смогли вот сегодня за несколько часов максимально быстро вступить в этот тренинг.
потом эта скидка будет закрыта. Будут плавающие скидки, будут бонусы различные для участников. То есть, соответственно, ценник будет немножко плавать. Но примерные пределы вы уже можете понимать. Угу. То есть 790 у нас это фронтенд, это самое. 790 фронтенд, да. А самое дорогое? Самое дорогое больше 100 тысяч. Основной, да, основной офер будет колебаться от 8 до 35 тысяч рублей. Угу. И 25% комиссионных первого уровня. Да, да. Вот. Но я что хотел подчеркнуть в этой связи, то, что посмотрите, какая разбежка. 790 самый дешевый офер, который уже сейчас продается, и более 100, по-моему, там даже еще более, не 100, 150, по-моему, тысяч будет VIP-версия, да? Но, в общем, за 100 тысяч самая дорогая. То есть плюс отдел продаж, который каждому привлеченному пользователю, оставившему телефон, предложит максимально подходящую именно ему версию. Поэтому под все группы, если сегментировать их по платежеспособности, будет свой офер. Идем дальше. В чате был задан вопрос, который как не хотел бы, но обойти вниманием не могу. Надежда спросила, а если я по своей рефсылке куплю что-нибудь, мне только не заплатят или санкции будут какие-нибудь? И дальше ей Татьяна справедливо сказала, Надежда, в партнерках так не принято, обычно это бан. Надежда, я отвечу вам, как оно есть на самом деле. Так? Закон суров, но это закон. По своей рефсылке запрещено покупать. Чем вызван это? То есть в правилах партнерской программы, которую вы акцептируете, то есть принимаете перед регистрацией, черным по белому написано, запрещен спам, запрещено покупать по своей рефсылке. Почему мы это делаем и почему такое правило существует? Не потому что мы жадные. Понимаете, нам без разницы, выплатить эти комиссионные вам, тому партнеру, который вас привлек, без разницы, да? Но если бы мы такие вещи поощряли или оставляли без внимания, то это наносило бы ущерб тем партнерам, которые действительно привлекают трафик. Ну, представьте себе, что все знают о том, что можно узнать о продукте от Дениса, а перед его покупкой самому зарегистрироваться в партнерке и купить по своей ссылке. Поэтому мы просто обязаны пресекать такие вещи. И правильно Татьяна сказала, что в партнерках так не принято. Я всего лишь объясняю, почему. Но я вам обещал сказать по-честному, как оно будет. Объясняю, как оно будет по-честному. Если наш специалист, который занимается аудитом партнерской программы, заметит, что вы купили по своей ссылке, ну, то есть вы попадете под проверку, то забанит и не выплатит комиссионные. Если не заметит, то получите комиссионные. Но это будет некрасивый жест не по отношению к нам, а по отношению к другим партнерам, которые, возможно, привлекли вас. Поэтому лучше по своей рефсылке не заказывать. Дальше идем к вопросам. Вот здесь был интересный вопрос от Сергея Усова. Я не совсем его понял, но была описана ситуация, что Глопард за письма заблокировал аккаунт без возможности восстановления. Сергей, честно говоря, не совсем понял, но если это имеет отношение к нам, то есть вы какие-то письма, связанные с нами, разослали, с нашим запуском, обратитесь нам в личку, попробуем вам помочь, узнать, в чем там причина блокировки. У нас есть в том числе и контакты с администрацией Глопарта. Если вы действительно не нарушали правила, это какая-то ошибка, то мы со своей стороны сможем вам помочь. Но если вы нарушили правила именно Глопарта, не наши, а Глопарта, то тут уж, извините, вопросы не к нам. Я немножко пропустил. Вы можете повторить еще раз вопрос? Сергей я написал попросил. Так, что да, Глопард за письма заблокировал аккаунт без возможности восстановления. Что к чему? Сергей, вы, наверное, рассылали непосредственно в сервисе Глопард свою реферальную ссылку на нашу партнерку. Это так? Ну, дело в том, что в правилах Глопард запрещено пиарить другие партнерские ссылки. По правилам Глопард, внутри сервиса Глопард вы можете пиарить только глопардовские товары. Только свои товары. И ничего больше. Скорее всего, поэтому вас и заблокировали. Насколько я знаю, у них за первое такое нарушение идет штраф, за повторное такое нарушение идет блокировка без возможности восстановления. Так, 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 идем дальше. Сергей спрашивает, можно ли через Глопард получить вашу ссылку? Нет, нельзя. На данный момент мы на Глопарде не размещены, поэтому регистрируйтесь на нашем сайте affiliates.dvd.go, получаете доступ в партнерский аккаунт, если не сделали этого. Хотя, скорее всего, если вы здесь, то у вас есть партнерский аккаунт, и работайте с ним. Денис вам сегодня показал, как строится эта работа. Так, бум-бум. Александр задал интересный вопрос.
следующей формулировки. ВК, имеется в виду социальная сеть ВКонтакте, не пропускает неподтвержденных обещаний. Дальше написано, насколько мягкий обход жесткой темы. Смотрите, Александр, здесь вопрос связан с модерацией, так? С модерацией ВКонтакте, и по нашему опыту очень многое зависит от того, как вы составляете объявление. То есть в объявлении, прежде всего, не должно быть каких-то неподтвержденных обещаний, завышенных обещаний и так далее. Но, тем не менее, если даже посмотреть банально ту рекламу, которую ВКонтакте показывает, даже мне, то можно увидеть там совершенно выдающиеся рекламные объявления, которые сами правила самого же ВКонтакте нарушают. Поэтому здесь все строго индивидуально. Со своей стороны неподтвержденных обещаний не даем. Понятно, что мы даем рекламные материалы, что в рекламе идет упор на выгоды, которые человек получит. Но если какая-то страница не проходит модерацию ВКонтакте, давайте уже смотреть предметно, что там за объявление, что, прежде всего, что отвечает служба поддержки, потому что у них бывают разные причины отклонений. Вот. Может, вы банально там орфографическую опечатку, вот как в своем вопросе, допустили, а думаете, что это из-за неподтвержденных обещаний. Но если столкнетесь с тем, что модерация жестко не пропускает страницу, пишите в группу, будем вместе разбираться. У нас, кстати, на прошлой трансляции такое было. Значит, кто-то из партнеров сказал, что нам нужны гарантийные письма. Мы их в тот же день выложили, и вечером мне партнер написал, что все нормально, гарантийные письма. Поэтому здесь индивидуально нужно решать. Угу. Так. Юрий спрашивает, как прочитать положительные отзывы предыдущего продукта. Ну, видите, проблема в том, что мы их концентрированно в одном месте не собирали. Денис вам уже дал рекомендацию, достаточно просто в поиске Гугла вбить «Киберсант Инвестор», и вы сами найдете кучу страниц. Наводящие подсказки есть. Сайт «Киберсант Инвестора» старая копия, но он в поисковой выдаче есть по запросу «Киберсант Инвестор». Ну, если кому-то надо будет, я скину ссылку. Просто сохраненная старая копия продажника, там несколько десятков отзывов размещено. Дальше наводку даю. Infoforum.ru, там есть отзывы. Ну и, повторюсь, если вы в Гугле, в Яндексе вобьете «Киберсант Инвестор», отзывы, Анатолий Белоусов, отзывы, вы без труда найдете кучу отзывов на сторонних площадках. Вопрос только в том, зачем вам это нужно. Да, то есть, ну, не совсем понимаю, но через поисковые системы найдете. Светлана спрашивает, как будет защищен курс от торрентов и складчин. Отвечу так. Во-первых, 100% защиты ее в принципе в природе не существует. Любую информацию можно украсть, перепаковать и выложить. Важно понимать, что та целевая аудитория, которая будет покупать основные приложения, вот от 9 до 30 тысяч, и тем более VIP-предложения, их складчины, торренты и так далее не интересуют. Они приходят для того, чтобы пообщаться напрямую с учителем, понимаете? Вот аналогия такая. Два человека, которые хотят избавиться от лишнего веса. Первый складчик, он что делает? Он сидит с утра до вечера на Ютубе, смотрит ролики про гимнастику. А второй – это человек, который реально хочет избавиться от лишнего веса. Он записывается в спортивный зал, покупает сразу абонемент на длительный срок и ходит туда. Вот нам нужны не складчики, которые просто коллекционируют какие-то файлы, а люди, которые ходят в спортивный зал. Это первая вещь. Вторая вещь – у нас, кстати, юридический отдел функционирует, поэтому те площадки, до которых реально с точки зрения закона дотянуться, они отслеживаются, на них пишутся вначале официальные предупреждения, затем жалобы отправляются, и у нас уже, знаете, как на самолете рисуют звездочки, вот если бы у нас была какая-то доска, где наш антипират ставил звездочку за каждый убитый сайт-рассадник Вареза, то, я думаю, уже бы место закончилось на борту. То есть достаточно много пиратов уже пострадало от действий нашего юридического отдела, и многие предпочитают не связываться. Это я не ради бахвальства, потому что первый тезис, смотри, пункт первый, я сказал, что 100% защиты не существует. Но там, где с точки зрения закона мы можем дотянуться, наши юристы работают. Угу. Дальше. Денис задавал вопрос, какой холд по комиссионным? Мы уже отвечали на него. Еще раз повторю, что нету никакого холда. В ту же самую минуту, когда платежная система фиксирует оплату, в вашем партнерском аккаунте начисляются комиссионные, вы получаете e-mail, что поздравляем вас с продажей, и в течение буквально нескольких дней комиссионные автоматически отправляются на ваш счет. Если вам нужно быстрее, например, у вас там рекламная кампания, вам как можно быстрее нужны оборотные средства, вы можете написать в нашу службу поддержки, в саппорт-деск или в онлайн-чат, и, как правило, хотя мы этого нигде в правилах не обещаем, но в реальной жизни, я вам говорю, как это происходит, как правило, в течение рабочих
одного, двух, трех часов мы выплачиваем комиссионные. Повторюсь, это не публичное обещание, которое я даю, это то, как оно сейчас сложилось. Да? По правилам, там есть сроки выплаты комиссионных, когда вы регистрировались в партнерке, они были обозначены. Для разных способов они разные. Но фактически, если вы ничего не делаете, то через двое-трое суток вам комиссионные приходят. С момента оплаты холда никакого нету. И минимальной суммы на вывод тоже нету. То есть продали самый дешевый продукт, все, сразу же получаете комиссионные. Ничего ждать не нужно. Так. Ну, все остальное, насколько я понимаю, оно уже потеряло актуальность, потому что мы в той или иной форме на это ответили. Друзья, ну давайте тогда завершать нашу сегодняшнюю встречу. Давайте, попробуем. Расскажем о десерте. Ну, наверняка большинство из вас это уже видели, об этом уже слышали, но это обязательно нужно повторить. Это партнерский конкурс этого запуска, который мы объявляем. 10 самых активных, самых успешных партнеров запуска смогут пропиарить свои собственные проекты по всей собранной базе подписчиков, которая соберется на этом запуске. Причем в этой же базе участвует и база издательства InfoDVD. Вы понимаете, какой реактивный старт вы можете дать своему собственному бизнесу? 10 партнеров, которые будут самыми активными. Помимо комиссионных, получат еще и рекламу. Помимо комиссионных, получат рекламу. Вы можете прорекламировать все, что угодно. Свой бизнес-проект, свою страничку в социальной сети. Что захотите, то мы и прорекламируем. Что вы сами выберете, да? Да. В итоговом зачете будет рейтинг составляться по количеству комиссионных с первого и со второго уровня. Мы их суммируем, и партнер, который за этот запуск наберет в сумме больше всего комиссионных, топ-10 партнеров, мы их рекламируем по всей базе. Причем тот, кто займет первое место, то есть больше всего заработает, он получит не просто рекламу, и под него будет выделено отдельное письмо, которое пойдет на всю собранную базу в рамках данного проекта, и он получит видеорекомендацию от меня лично. Я человек, который, если что-то рекомендует, то только свое. Да? То есть все, что я рекомендовал из того, что вы можете найти в публичном доступе, это были только продукты издательства. А в данном случае мы решили сделать исключение. И для человека, который действительно займет первое место по сумме заработка в рамках нашего апрельско-майского весеннего запуска, он получит видеорекомендацию от меня и отдельное письмо по нашей базе с ссылкой на тот проект, который он сам укажет. А дальше будет второе письмо, которое разделит между собой серебряные и бронзовые призеры. И третье письмо, где будет опубликована информация о партнерах, занявших места с 4 по 10, и также активные ссылки на их проекты. Сам рейтинг мы уже публикуем в группе «Киберсан-партнерки». Многие из вас уже его видели. Пока надо понимать, что это пока только предварительный рейтинг. В данный момент в нем указано только число привлеченных партнеров второго уровня. Уже скоро мы начнем дополнительно публиковать рейтинг по числу привлеченных подписчиков. Но надо понимать, что итоговый зачет будет составляться по суммарному количеству комиссионных. И по сути мы говорим о том, что в этот топ может попасть каждый. Да. Не надо быть крутым монстром партнерок. Вы можете вылезти в этот топ только за счет комиссионных второго уровня. Да, и очень важный нюанс, вот как относиться к рейтингу, который мы публикуем. Мы неспроста сейчас начали предварительный рейтинг по привлеченным партнерам публиковать завтрашнего дня или со среды мы начнем публиковать рейтинг по привлеченным подписчикам, а потом уже, я не знаю, может с третьей декады апреля по продажам основной рейтинг, который, собственно говоря, и повлияет на победитель, на то, кто станет победителем в конкурсе. Вот очень важный момент, как относиться к рейтингу. Существует два принципиально разных подхода. Первый подход, ты подходишь к рейтингу, смотришь, ой, Вася привлек 100 партнеров, мне никогда не догнать Васю, какой ужас, какой кошмар, это не для меня. Да, то есть вот это как раз позиция жертвы, то, о чем я говорил. Меня почему-то психологические темы всегда тянет, хотя я по природе технарь, но это действительно так. То есть если вы будете приходить на страницу с рейтингом и видеть, что кто-то
как вам кажется, недосягаемых высот достиг, и это вас будет демотивировать. Это неправильная позиция. Причем я это говорю вам не просто, чтобы... Это касается, вернее, не только нашей партнерки, это касается вообще всего в жизни. Так вот, к рейтингу как нужно относиться? Что если Вася смог 100 привлечь, то и я смогу. То есть это должно быть для вас вызовом, это должно быть для вас стимулом, это должно быть для вас подтверждением реальности. Да? У одного друг становится успешным, и этот человек начинает страдать морально и нравственно, он начинает, ну вот, все плохо, вот у моего друга так много денег, у меня так мало, я вот какой-то не такой, такой-то кривой, и в итоге скатывается по наклонной. А другого это в хорошем смысле раззадоривает. Он говорит, он смог, значит, и я смогу. Чем я хуже него? Вот с таким отношением нужно подходить к рейтингу, чтобы он вас заводил, чтобы он вам, для вас являлся подтверждением реальности происходящего и того, что вы в том числе можете. Если вы пообщаетесь с любым, вот здесь в чате проскакивали сегодня сообщения, что вот там такой-то топ-инфобизнесмен, такой-то топ-инфобизнесмен, с любым топ-инфобизнесменом вы пообщаетесь о том, как он начинал и что он видел в начале. Тот же самый Евгений Вергус, он же на моих глазах рос, да? И он из обычного рядового партнера, который каждой продаже радовался, превратился в такого, я надеюсь, Женя, если смотрит запись, он меня просит, в трафикового монстра, понимаете, просто страшные вещи творит. Вот. И вы можете стать таким, но если будете правильно относиться к тем возможностям, которые дает вам судьба. А киберсант-партнерка – это одна из немногих возможностей, которая наиболее актуальна именно сегодня, здесь и сейчас. Даже добавить особо нечего. А в чате своя волна пошла. Друзья, давайте подрезюмируем нашу сегодняшнюю встречу и будем завершать. Что делаем сейчас? Следим за новостями в группе Киберсант-партнерки и привлекаем максимальное количество трафика, максимальное количество подписчиков на бесплатные подписные страницы. Продолжаем привлекать партнеров второго уровня. И самое главное, действуем сейчас, прямо сейчас после трансляции, не откладывайте. Апрель – это самый горячий период. Чем эффективнее, чем лучше вы поработаете сейчас в апреле, тем большим количеством комиссионных вы обеспечите себя в мае и продолжите получать эти комиссионные в течение всего лета, и даже шлейф у вас останется в течение всего этого года. Поэтому удачи вам в этом запуске. Поставьте себе цель, минимум 6-значные комиссионные, это все реально. Здесь не нужно быть каким-то трафиковым монстром, чтобы заработать на этом запуске 100 тысяч рублей. Вот эта цифра как раз доступна каждому. Если цифра в миллион, это уже цифра для кого-то делает вызов, то цифра в 100 тысяч рублей, она доступна абсолютно каждому из вас. Каждый из вас может ее добиться. Поставьте цель, не останавливайтесь, работайте эффективно, работайте продуктивно, и все у вас получится. Удачного вам запуска. И огонь из всех орудий. Огонь. Продуктивной вам работы. Да, хочу также поблагодарить всех, кто сегодня был в онлайне. Отдельные слова благодарности тем, кто досидел до конца. Отдельные слова благодарности тем, кто нас посмотрит в записи. Ну и, конечно, мы будем рады приветствовать тех, кто именно после сегодняшней трансляции присоединиться к партнерке. И призываем всех, кто уже работает, проявлять активность. Как правильно написано на слайде, огонь из всех орудий. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее для того, чтобы оправдать ваше доверие и помочь вам заработать достойные комиссионные на этом запуске. С вами были Никита Королев и Денис Абросимов, команда InfoDVD. Благодарим вас за доверие. И на сегодня это все. Всем пока. Пока.